Или Наше путешествие в Китай. Не, надо еще нет? одеться в эти, в противогазы, чтобы было вообще, типа, поэтому. Давай лутать все вместе, чтобы не умереть. Давай сюда. Да, потому что типы злые, кто-нибудь нападет, забьет. О! О, вери, 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 вери. О! Один удар и труп зомби. И один удар и труп какого-то бомжа, который не может попасть до БШ. Блин, сейчас бы... Ой-ой-ой. О, капа мотошлема. Мы, кажется, пришли, откуда стреляли. Да нет, это Блин. другие уже стреляют. Ну, блин, я до конца жизни буду помнить, как тот тип меня просто расстрелял в упор с СК. И я его убил тоже, он меня... Блин, конечно, было обидно. 4 пореза дал мне. Блин, ну а как мы вчера в Апексе каточку-то взяли? Вообще нежданно-негаданно. Но на самом деле нам повезло. Типа, Нам тип хороший у тебя попался. 6 киллов, у типа там тоже 4 там хила было, а у меня один. 5 у него было. Нам не повезло, просто, типа, нам хороший дроп попался. По-моему, там дальше колонка и участок, надо зайти. Может, с участка и стреляют как раз, близко же. Ну, там за водой надо в колонку зайти, потому что там свежее. О, еда! Скотч! О, рюкзак! Тут кто-то... Ебать, я нашел рюкзак с АКСУ! Да Ебать! ладно! А кто-то Да! сдох? АКСУ, Хорош. чувак! А еда есть? Еда есть, еда есть. 9 патронов с глушаком! Все. Да, на горячую клавишу поставь. Чтобы Ебать! на Это... горячую клавишу там. Поставил, поставил. Чтобы нас не убили. Это будет прикольно, если к нам подходит чувак, видит, что мы бомжи, и тут Борис достает крысу. Так я ее на плечо уже повесил. Или Да ее не видно. можешь спрятать Ее ее. не видно. Да как не Ее видно не ее? видно. Да глушитель Ее не торчит вон. видно. Глушитель Не вон. видно, но я не вижу. Не знаю. Я на плечо ее поставил. Может. Да, ну что за везение? Это как я вчера, типа, по дороге отдал весь лут, просто снял его, знаешь, типа проверка на честность. И убил себя палкой. Там такая прикольная анимация, когда ты себе палку убиваешь. Ты просто садишься на колени и головой В палку. падаешь на палку. Кайф. Да. Вообще такая. Я нашел Тебе надо мне. бобы нам, если чё. Бобы. О, вон Бобы. колоночка. Сейчас пьем. Сейчас аккуратно. Нету тут никого. Да. Да мы сдохнем от этой воды потом. Не-не-не-не-не, она хорошая. Я уже пил. А с нее не болеешь вообще. Ну, отличная. Ты уверен? Уверен. Я всегда ее пью. И тут должна быть реклама какой-то минеральной воды, да? Да. Так, хорошо. Эвиан. Ой, а где мой колун? Да вон он лежит Дядь, на полу. дядь, Ты его он в скинул. текстурку провалился. А ты не можешь его Чё? взять? Не. Чё за бред? А, вот вижу. Так, если напить не буду, может, я боюсь сдохнуть. Так. Здесь у нас. Ничего. Мне теперь так не нравятся эти дома. Раз мы не убивали. Я до конца жизни запомню, как мы в первый раз убили залутанного типа. Ну я, он был вроде добрый, но я начал по нему стрелять. А, В да, итоге он когда еще успел. в противогазе был. А это самое страшное, когда у тебя куча лута, и ты не знаешь для чего он. Типа там куча всяких патронов, ты еще не особо разобрался. Ты, блин, выкидываешь все ненужное, а потом понимаешь, что ты выкинул патроны там для какой-то автомата. Ой, лагает. А, не, ну ладно. Дождик. Блин, еды надо найти. Вообще что-то едим паскудно. О, я участок вижу, пошли. А, блин, у меня еда есть, ты хочешь, подкроем сейчас, сожрем банку персиков. Давай, у меня желтый уже. А у меня колун есть тоже в этом. У тебя ножа нету? У меня колун есть только. Сейчас, наверное, половина и уйдет этого персика. Мало будет. Хотя можно подождать, потому что я открывать колуном. Ну да, Ты наполовину выкинул уйдет. молот. Да я знаю, знаю.
Блин, ничего не видно. Так темно, пиздец. Опа! Фонарик. Батарея. А у Бей. нас химсет есть. Можно химсет или не надо? Что-то резко темно так стало. Вообще так темно, пиздец. Бля, здесь зомбари. Ой. Бля, как дверь Давай закрыть? я разберусь. Вообще охеренная штука. Ничего не принесли нам. О, нож для стейка, Боря. Откроем персики. 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 Блин, ну как мы вчера жарили просто стейки, как было ламповые, как чувак нам гранату кидал. Две гранаты кинул, пидорас. Откуда у тебя это? Не знаю. Все поговнил мне, все поговнил. Все, короче, собираемся сет на бронебойность. Будем в бронежилетах ходить. Да подожди, Похер стой, мне. блядь. Пожрать ты будешь, нет? Буду. И ты меня покорми. Давай, веди, я сейчас Кате скажу, что я посрал, потому что у меня сейчас расстройство. Расстройство, блядь, с Катей или с желудком? Пошли, пошли, Борис. Идем, идем, идем. Ты где? Ты не слышишь? Да. Давай Yes. начинаем. You are hear me? Yes. Пошли вниз карты, давай добывать еду, идем вниз карты. Чисто, вот не будем никуда заходить, просто вниз карты. Не стой так, тебя сейчас могут ССК просто. Да, ССК. Какой ССК, блядь? Подожди, ёбаный насос. Мне нравится, что тут частые рестарты и не так сильно лагает. Типа тут много людей. Понятное дело, нужны рестарты, но тут они каждый час или даже меньше. Так, стой, дай я разберусь. Миша, разбиратор. О! Томаты. В натуре? Томаты нашел? Нашел. О, на крыше зомбарь. Ой. А, так, а где мы, блядь? Надо понять, где мы, чтобы куда-то идти. Давай дождемся утра, оно сейчас должно быть.
Ой, а ты где? Возвращайся. Так, ищем Вон, полицейский участок, вижу. вон участок, пошли. Разберемся Там во нету всем. света какого-то. Да ничего вроде Вроде нету. нет. Да я думаю, вблизи против двух колунов даже, я не знаю, даже миниган не справится здесь. Учитывая то, что у меня есть еще Акесуши есть. АКСУ. Да. На который прицел не вешается, к На сожалению. который глушитель зато вешается. Он убивается за три выстрела, поэтому после каждого выстрела смотри его состояние. Отойди, отойди, да я. О, батарейка! Хорошо. Шикарно. Заходи, заходи, заходи. А там еще, кажется, согрелись. Да нет, он, наверное, забагано, идем. Да не агри. Я хочу с них жилеты снять просто. Уйди, уйди. О, рюкзак водонепроницаемый. Хорошо. Сейчас я его починю как раз. У меня все водонепроницаемое, тут вчера. Такс. Просто маленький Джордж. Джейми что-то не хочет Да, играть. Я его звал. видимо, заебали мы его. Он вообще Форест Так. катает. Ну, потому что Форест охуенная игрушка. Так, спортивная куртка. Так, все, я в участке, блядь. Да я тоже сейчас И захожу. тут орел сразу. Ёбаный в рот. Я вижу. Так. Так, ладно, твой первый, мой второй. Лутай. Хорошо, значит. Хорошо. Эй, ты куда, блядь? Моя территория. Смотри, тут труп с... О, труп с жилетом. Ничего себе, с баллистическим. И с топороку. С топором прикольным. Ну все, значит он твой. Возьмем. Надо жилет мне тоже. Где жилет? Я сейчас выгляжу как типичный украинец на войне. Ты посмотри на меня. На мой цвет одежды. Ты посмотри. Неплохо. Чего, блядь, Борис? Что там? Борис, Именно отъебаться. поэтому я написал в хэштегах «хохлы» в стриме. Ну, чисто украинский наряд. Пошли. Входим. Это все, это ваш, блядь, вещь... Подожди, в прилегающих всяких домах, постройках могут быть всякие пистолеты, блядь, жилеты. Я сзади был, там ничего не было, кроме рюкзака. Вот в этом синем доме по-любому что-то есть. Что-то я разболелся. Пиздец. Опа, стейк. Свеженький. Порк, You порк. got lanabe, pam, pam, pam. Свинина, Борис. Пам, тихо, пам, пам, тихо, пам, Свинина пам, Борис пам, пам. Александрович? Я хочу охотиться, блин, я хочу охотиться на дичь. Мне нравится. Только надо мне хотя бы ВК-18 найти, и все будет хорошо. Интересно, ВК-18 ваншотит голову? Да Какую-то свинью. хуй там. Ну, на 7,62 на 39 мощные патроны. Блин, жалко. Вот я, бывает, хочу как в Апексе поставить метку. Сука, не могу. Обидно, да? Блин, было бы прикольно, если бы метку можно было ставить вообще. И карту бы добавили. Но это было испортило чуть-чуть игру. Веревка возьмем. Конечно. Для базы. О, А для тут у нас что? базы, для базы, Для базы. для базы. О, прикольный шлем. Блин, а я капу где-то видел для него. Ладно, похуй. Я лутал. Я лутал, я лутал. Знакомое место, я тут был. Ну-ка, я не помню, что это, блин, за место. Чернобыль. Так. Крыжополь. Блин, какие леса прикольные. Посмотри. Сосна. Еду, 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 еду. Шорты. Надо приготовить сейчас стейк. Блин, надо бы курицу найти. У меня есть этот, открывашка для стейков, поэтому... Ой, Да. открывашка для консервов. Да какая? Нет, не консервы, а именно у меня стейк есть. Я нашел стейк.
Да один мало, давай искать других животных. Да давай-то давай. О, а, я думал, это трекинговый рюкзак. Вот тут часто лежит дробовик, блядь, на втором этаже, но сейчас его нету тут. Да, согласен, и Мосинка бывает. Что это? Бумага возьмем для костра. Бумага для топки, да. Спортивки! Опа, А дай, ты где дай, пока? дай. А что там за патроны? А, это куртка. Куртка не нужна. Патроны на этот. Возьмем, короче, пихуй. Да, На пистолет пистолет. с глушителем, да, вот этот. Как же он называется-то, ёпта. О, мой цвет. А я не могу прицепить, да? На спину. Блин, было бы прикольно, если бы были рюкзаки, которым можно цеплять всякую херню. Что не добавить-то? Мачете убивает. А, у меня нож есть уже. О, бери, она типа гасит вообще там люто. Да что типы? У меня на них колун есть. Для А типов. у меня есть маленький топорик еще для базы. Я взял. У меня патроны на... Че у меня патроны? У меня патроны на МЛОК. 19 патронов. И магазин еще. МЛОК. Борис, жилет надо? Ты зомбаря гасишь? Противоударные. Надо, надо. Да, противоударные. О, спасибо. Блин, зомби не бьется, чего? Тебя А, у кровь. меня кровь У течет. тебя кровь. Зайди в дом, Да, тут да, кто-то да. рядом стрелял. Да ладно. Ну как долго, конечно, перевязываешься. Раньше было быстрее. Так, что тут у него? Ну, нет, до сих пор ни одной еды не на... А, ни Но одного ножа. зато апнули эти бинты. Бинтами прям вообще фух и все, и перевязался. Пошли О, на крысу найти просто. границу города. Сейчас узнаем, что по указателю, где мы, и пойдем уже. Можно еще запиться водой сейчас с колонки. Типа, чтобы напоследок прям. И все. Надо какой-нибудь медпункт искать для тетрациклин там найти какой-нибудь. Прикольно было бы застроить полицейский участок полностью. Так вот там типы и застраивай. О, смотри, что нашел. Блесна. Бери, бери, бери. Или это крючок? А, не, это хук. Fishing hook. Бери. Steel fishing Фишинг? hook. Fishing hook. Рыбацкий крючок, пошли. Это просто крючок, да? Нам надо найти удочку, и все, мы будем рыбачить. А, еще червей накопать лопатой. Блин, у меня уже опять еда желтая. Да у меня тоже. Да я могу открыть. Хотя. Типа, вижу. Возле Где, церкви. где, Возле церкви. где? А ты где? Стоп, мы же были возле одних сараев. Я возле участка, с главного входа его. Типа возле А он церкви. жесткий? Я не знаю, но по-моему он в противоударном. Может, проверишь на прочность его жилета? Может, и проверю. Как раз, может, еду найдем. Может, если он в участок забежит, мы его просто купим. О, Ой, блин. сервер рестартуется. Ну, вряд ли он зайдет. Он не спалил меня вроде. Прикольная игра сейчас DZ. Пока Борис не умер и не сказал Миша, все, Миша. Не так подрочить хочу. Подрочить. Подрочи. Хочу, чтобы Катя зашла на стрим. Да не врубает всякую хуйню Не сразу. надо, не надо, не надо, не надо, не Почему? надо. Почему не надо? Нет, не надо, я тебя прошу, Вот я поврать, а сейчас то я ссылку выиграю. кинул. Не надо, Борис! Кинешь ссылку, я обижусь. Я сказал, что я сру и готовлю себе рис. Борис, не надо, ну пожалуйста. Понимаешь? Ну извини, Миша, веди себя сдержанно тогда. Ты
Шантажист. О, Лил Лиф вроде давали, да. Маленькая нагруженность. Кого? Какой Лил, блядь? Лил Нас? Это новый рэпер. Лил Лиф. Лил, блядь. Лил Биг. Да, блядь. Так, I'm here. I'm here. Unable to get service. Ну дайте что-нибудь.
Under here, man. How are you? Hello. Hello. How are you? Good. If you take your helmet off, I can hear you better. What? Repeat, please. When you've got your helmet on, your voice is real muffled, so you've got to take your helmet off. That's why I took my helmet off. Like this? Yeah, man, that's way better. Okay, where are you from? I'm from New Zealand. Where are you from? Oh my God, New Zealand, so far. I'm from Russia. Whoa. You're Are you gonna hurt me? friendly or only killing people? Oh yeah, I'm friendly. Yes, me too. I'm not killing anybody. What's your name? Carly. Hello, my name is Boris. Hello, Boris. Okay. That's empty. Empty. Have you got any ammo? You ask me, have I ammo? Yeah, for a scorpion. No, only 22 LR, one pack. Ah, bummer. Okay, bye. Bye. Блять. Все равно с недоверием относишься к таким чувакам. Ладно, все, он ушел. Че там, кто там коммент оставил? Да, Миша, не надо мне звонить. Я понимаю, что ты меня не слышишь в тусовке. Сейчас я чат сделаю. О, здорово, Антон. Готовься слышать бугурт. Здорово. Здорово, Миша, я слышу Как тебя. тебе? Я тут пообщался с типом одним с Новой Зеландии. Где? В Дейзи? Да, возле участка встретил его. Не убил тебя хоть? Нет, я его тоже не убил. Ага, я захожу. О, чё жрёшь? Лапшичку? Мивинку, да? Рис с овощами? Мивинку поджираешь, поджираешь, Нет. поджираешь, поджираешь. А Кате говорит, что серишь. А серишь далеко. Рис с овощами? Ну, я Кате Ты где? Я возле скажу. участка. Я тоже из участка. А ты где? Где? А ты? Я тебя слышу. Я возле входа. Вот он, хохол, лезет в своих национальных цветах. Я себе тоже баллистический взял. Мне теперь тоже нужен дождевик. Куда ты побежал, блядь? А. А, блядь. Национальные цвета, блядь. Пиздец. Так, куда? Что это за Да место чё ты вообще? жжёшь? Ищем еду и идем вниз А к вон, да, тип цехам. в доме в том, видишь, вон он стоит. Да убьем. Да иди в У жопу. него хорошо. Не буду я убивать его. Он хороший. Это Джейми подобный? Джемс. А прикинь, он тоже по утрам пьет виски.
Так виски по утрам это тот поступает мудро вообще-то, кто пьет. А потом еще за руль садится. Ой. Миша, блин, ты... это же такой крепкий напиток. Как его можно по утрам пить? Ты за руль УАЗа никогда не сядешь. Блин, Борис такой молится, вот бы добавили у вас DayZ. И просто он его лично побежал, собрал и сказал: Миша, ты не сядешь за руль, даже если я умру. Ты не сядешь за руль у вас. Прикольно было бы добавить ключи от дверей машин, и чтобы можно их запирать. Да, а еще куча всего из сампа, ну конечно. Ну, отмычкой можно было бы вскрыть эту дверь, че нет. Отмычкой. Отмычка. Блин, а карта вот эта, которую ты мне подсказал, топографическая, вообще классная. Ты до этого спутниковой, что ли, пользовался? Ты что, дурак? Да. Вот ты дурак, конечно. Прикинь, украинская пресса приехала в Латвию или Литву где-то тут. И просто бегает с топором. Кто-то на стрим зашел? Ну, конечно. А кто-то даже дизлайк поставил. Да ладно, за что? Не, дизлайки это тоже норм. Лучше человек придет и поставит дизлайк, чем придет и не поставит ничего. А за что дизлайк тебе ставил? Ну, за то, что тут Миша хотя бы. А, Брэна? Да. Что, мы в Брэне были? Брэна. Так тут от Брэна недалеко до Субботки. Давай это, если захотим прям жутко есть, пожарим стейк. Или можно прям сейчас уже это сделать. Да и пойдем, похуй, будем лутать в другие места. Так, я сейчас соображу по карте, где мы, подожди. А река с нами рядом, не? Ну, мне кажется, мы в Калимбоде идем, но это не точно. Так, я взял палку. Две палки взял, на всякий случай. А, слушай, мы вообще идем в тупик, типа, блядь, это тупик. Куда мы идем, это край карты. Я так думаю. Пошли, знаешь, вот типа вот сейчас вон на ту ферму. Угу. А потом будем смещаться вправо. Там река, и да, там уже на Калимбоде можно выйти. А там уже и база. О, пойдем. Блин, ну как мы вчера типа спалили на вышке? Как мы его спалили? И перестрелка была интересная. Блин, ну тундра, ну тундра, да еще и с оптикой, ну блядь, да тундра. Ты допустил ошибку, он бы тебя никогда в жизни не убил, если бы ты резко начал бежать вниз, похер на зомбарей, ты бы успел забежать в казарму. Там-то безопаснее было. Да я просто даже не понял, откуда он меня стреляет. Типа, блядь. Он тебя стрелял с казармы своей, со своей-то снайперки. Он стоял там в окошко смотрел. Калимбоди. Калимбори. Вот, кстати, вот на этой ферме неплохо было бы базу сделать, на самом деле. Ты бы знал, как тяжело найти твой канал на ютубе. Я думал, у тебя Кадгер Аллахи, Борис Агархов. А потом захожу, а там какой-то Леми. Чё? Ой, чё за прикол? Да я переименую, я еще не знаю, как назвать. Ты Борис Агарков. А, тут, это фамилия, боже. Тут, кстати, рисуется. Типа, я понял, что это за место. Я тут рисовался. Вряд ли тут еда есть. Ну да. Пусто. Пусто! Пусто! Знакомый город. Где Калимбоди? Я как-то оказался на втором этаже. Я слышу. Слышу, какой... Да, Борис, овцы. И вижу типа там. Он убежал. Дождем. Борис, давай. Давай. Ебашь. Поработай. Тебя? Да. И слева. Двоих? Да. Здесь нож хотя бы. Все. Нож есть, да. Не могу их разделать. Это паром. Паром не могу. Маленьким тоже.
Я разрежу сейчас. Ой-ой. Убей зомбаря. Да, я... Блять, он мне весь прогресс он убил, на... блять. А-а-а. Сорямба. Каремблоди. Там блин. Тип в лесу был. Бегал. Да это бомж, после наверное. Нас. Да не, у него большой рюкзак был. Ох, ебать, стейков нападало, пиздец. Угу. Может, возьмем... Интересно, а из шкуры можно что-нибудь сделать? Вот эти вот части... Суп варить, вот эти кости... Нет, шкура. Can be tanned for a fartnet processing. Вот, посчитай, что тут. А ее можно для чего-то использовать, шкуру. Дубите шкуры животных, чтобы делать из них различные предметы. А, блин, а интересно почитай, кстати, об этом. Что из этого можно сделать? Бери. О, дай я стейки эти возьму. Бери, бери. А зомбака, а зомбака можно так сделать? А, кстати, на неодержимых там можно зомбаку брать сделать. Там такой секира. Такой секач есть. Ты разделываешь, получаешь там мозг. Так я руки в крови, да. Давай тут нарубим, пожарим, угу. А потом и пойдем обжарим. К реке поедим, а то лучше жратвы нет. Прикинь, это сейчас будет сиквел, идущий к реке. Идущий к реке. Идущий к реке. Так. Идущий к ноге. Давай здесь где-то. Вот это деревце подойдет. Ой, это калаш. Нет, леска, наверное. А... Зачем такое дерево рубить? Там ну, кусты нужны. Дрова, чтобы. У тебя спички есть? Да, по-моему, были. Или нет. Ну, я хуй помню. А сейчас посмотрю, как еще можно разжечь. Не, у меня нет спичек. Наверное, никак. Наверное, спичками только. Подожди. Вроде... Факел можно сделать как-то. Ну, фальшфайер. Типа на... Ну чё, идём? Палку бери. У меня есть палка. Куда идём? Как мы зажигать-то будем? Без спичек никак, блядь. Ну вот. Ну вот, блядь. Иди искать спички. Ну у нас зато куча стейков есть. У тебя точно фальшфайера нету? Нет. Хуёво. Тут должна быть... Тут должен быть какой-то скот. Смотри, вот мы видим труп зомбаря. Певцы. Ой, у меня красная еда херово. Давай жрать. Давай, открывай свою хуйню или что там у тебя есть. Давай мне ее, я ее открою. Надо жрать эту сейчас. Да у меня умрем. Есть нож для стейков. Ой, для консервов. Ну, покорми меня да тоже чуть-чуть. У меня хп уходит. Так, половина мне, половина тебя. Так. Будем потом сырые стейки жрать, если что. Mm-mm. Ну, отравимся, но что поделать, зато, типа, не умрем. Спички найдем. Да ты думаешь, так просто их найти тут еще? Сейчас они как назло не будут падать еще. И давай не бежать, давай вот так идти, так меньше тратится ресурсов. Давай. Это, наверное, наш новозеландский друг там. Ну, по-моему, он без оружия был. У тебя хуй его знает. Впереди какой-то домик. Так, сидем.
компас надо найти. Мы, кстати, по компасу можем хорошо координаты давать. Причем этого не делали раньше. Какие координаты? Ну вот с типами гасимся, чтобы сказать, где тип. Я просто говорю, там, северо-запад, а ты такой. Оп. Там же достать компас, прикинуть. Ты воюешь, блядь. Мне нравится, что тут отдача дикая в оружии. То есть стреляешь с калаша, его откидывает вообще за километр. Ну это ж на арма все-таки. Блин, до сих пор помню эту битву. Где 1000 человек или сколько там было. Прям все общаются в Дискорде, там группировки каждая. Ой, это охотничий, карта, по-моему. Или нет? Дом? Не, это обычно. В зомбарях могут быть зомбарь. Спички. Даже так, беру колонну. Давай, лево, а ты право. Чисто колонн, конечно, машина. Ваншотом. Спички. О! О! Нахер орел, все, вошли. Ты-тыри, ты-ты, ты-тыри, ты-ты. У тебя ребят. Офигенно. Ширли-мырли. Вот там в этом сарае справа может быть. Кстати, мы идем сейчас в ту сторону, где наша база была. Помнишь, что поле не? С палаткой. Тип. Тип, вон, тип. Ты его пиздануть хочешь? Да это, ну, это кепка, блядь. Ну, у нас классная группировка. Блин, конечно, умереть будет обидно. Потому что мы заспавнились прям вдвоем. Я не помню такого в Дейзи. Так, вот в этом сарае могут быть спички. Надо чекнуть. Иди проверь. А интересно, я пока проверю этих ментов. Я проверю ментов пока. Вот там есть какое-то огниво, типа, я находил. Наверное, им можно еще тоже разводить. Тебе тип сзади бежит. Да я смотрю за ним, блядь. Он, наверное, сейчас пиздит начнет. Да по-любому, это шкепка. Ошалелая. Машину надо посмотреть. Ну смотри, куда эта дорога ведет. Там где мост. Ничего. Ищу спички. Еще один бронежилет нашел. Фуражки. Ничего. Да я, наверное, жилет возьму. Он просто в инвентаре 6 штук весит. Но пусть будет, на всякий случай. Я его даже на горячую клавишу поставлю, если что. Быстро надеть. Нам спички искать надо. Какие-то дома. Надо пожарить стейки. Надо пожарить стейки. Да, то сдохну. А стейки нам дадут бесконечное количество времени просто. Шовцы их не еще... тратить. О, вон лодка, смотри. Там какой-то рюкзак. А вот спички могут быть. Да, там черный рюкзак, да. Водонепроницаемый. Может, тоже возьмешь? Нет, водонепроницаемый. Вообще у тебя никаких проблем не будет. Да так, этот... я вижу за баряжи летом. Пойду лодку чекну. Если он новый, то возьму, а то у меня рюкзак уже по того, короче, уже. Я тебе даже скотч отдам, если он не новый.
Тут кочерга ебаная. Кочерга, блядь. Не, он дедли дамажит, ну его нахер. Надо перчатки найти. Чтобы руки не повредить. Так, спички тут тоже вроде могут быть. Фальшфайер ищи, спички. Все, что может добыть огонь. Блин, это не фальшфайер, это обычный химсвет. Красный. Я уже подумал. Пока попытаю счастье в зомбаках. О, еда! Еба. Банку нашел. Нашел банку. Сейчас открою, съем. Тебе дам. Хорошо. Я пытаюсь сейчас в зомбаках. Правда, у меня руки в говне. А тут стройка. Стройка, тут стройка. Я тебе еду отдам, откроешь, а то у меня руки в говне. Вдруг о, там... еду еще нашел. Смотри, какой у него четкий рюкзак. А я. На тебе еду. Открой. Спасибо. Возьми красный какой-то новый. Не бегать. Сначала выкини его. Стоп. Подожди, дай я лут соберу снова. Я забираю. О, вообще сильно. Зачем я бревно бабы с собой сначала таскаю, блядь? Таскаю с собой бревно просто. Мисс кинул свой дело сюда. Так. Подожди, дай. Кормлю себя и тебя. Давай в этот дом зайдем, не помню. Ой-ой. Иди сюда. Че, насытился? Да блин. Да. Четко. Ищем овец, свиней, куриц. Спички. О, тут указатель, кстати, что это? О, это калимброди. О, Борис, у нас сейчас будут розовые повязки. Это в калимброди. Да их забей на эти повязки, нахуй кому не нужны они, блядь. Мы в калимброди. Празднуй. Так, смотрю на предмет животных. Смотрю на предмет бункеров. Дотов. О, мачете. Не нужен. О, замок на 40. Так, я пока посмотрю, что в калимброде есть. База, ты говорил? Есть база, да, есть палатка. Смотри, какая тут стройка, может тут что-то не найдем. А так больше нихуя тут нету. Смотри, какая стройка классная. Вообще базу замутить здесь. Да какую базу? Ты куда? Пошли ко мне. Я зомбаря убить. Скотч, в котором полный. Лопата нужна, нужна. Возьму ее на плечо. Нож. Рис. Только мало риса, но все равно. Идет. Думаю, это на базе. Вода. А подожди, как ее взять? Вот же она лежит. Да уйди. Хорошо.
Может, в настройку? Зайдем, посмотрим, Да что там. пизду ее. Вот, справа охотничий домик. Там могут быть спички. Джемас. Магазин. Газовая лампа. Опа, Борис, тренога для костра. Может, возьмем? Я возьму треногу для костра. Так, смотрящие, которых двое человек. Один из них, наверное, я даже. Второй Антон. Что там, как дела? Рассказывайте. Посмотри, я тут глушитель состояния. Да пихуй. Да ты починить его сможешь. Пихуй. Мы не в край карты случайно идем. Да, но вряд ли. 9 на 39 тут боксов. Ну, как бы шанс, что мы найдем. Блять, похоже, что это такая карта, блядь. Куда мы идем, блядь? Надо, подожди, найти этот в Калимброде этот. Да, Миша. Там дома я вижу, Борис. Ты видишь там дома? Да. Реку мы переходили. Я, короче, не очень вот, понимаю. Вот, дома, где. Я вижу тюрьму. Тюрьму вижу прям. Да ладно. Угу. Слушай, ну это, наверное, база. Я не понял, как мы сюда вышли. Это, наверное, база тут уже. Так, тут раскиданы какие-то штуки. Кто-то тут был. Я вижу казарму вот рядом. Тип! Это ты? Нет, нет. Нет, я. Это тип, он достал пушку! Блять. Но он мне не попал ни разу. А как он выглядит? Где он? Где он? Он не так, как мы выглядит. Я стой. Понял. Ай-яй, попал мне. Уходи, уходи. Я попал в него! Я попал, убил. Хорош. Спасибо. Так, у меня порез. Сейчас надо. Так, главное, чтобы у него спички были. Он первый начал гасить меня. Так. А я чуть не умер. Мой жилет спас меня, просто капец как. У него есть СК. Это то есть, блядь. Короче, я беру его пули. Зомбаря иду пиздить. Смотри, чтобы он не очнулся. Я у него не все оружие забрал. Блядь, зомби залаганный, сука. Да заберу у него тут все. У меня есть. Он может сейчас очнется, блядь. Спички! 762 на 39. Возьму с СК. Дай СК, пожалуйста. Вести. У меня нету СК. Не надо. Говорил, у него СК. Ну это, блядь, не СК, а вот, ну, вот эта хуйня. 545 на 39 патроны. Да вижу. Че еще тут у меня? 22 ЛР, бутылка воды, хлор. Нам упростил задачу. Да, он молодец. 30. Он добрый, он косой капец. Заебись на работе смотреть, особенно ору. Это кто? Когда ты знакомишься с типами. Антон пишет. Ох, я у него нормально так пулик забрал. Есть 9 на 19? Ровно. Есть 9 на 39. И я у него забрал вот... Вот что забрал у него еще, кольт. Надо кольт? Или я сам возьму кольт? Так, сейчас кольт. Я выкину говно здесь, это у меня место занимает. Чтобы изис выкину пока. Палку выкину. А как я его убил, если у него не повреждённый жилет? Я ему что, попал в голову, что ли?
Вроде нет. Да, Борис, ты киберспортсмен. Так, поврежденный. Сейчас дай починить вещи. Так, а что ты у него? Это что такое? Я не буду брать его жилет. Он не нужен. Я у него не могу из джинсов забрать спички. Все, теперь могу. Потому что я их забрал. Надо их перезайти, а то залагает лут. А у меня что-то не отмечаются эти спички. Надо перезайти. Вдруг они у него лежат. Нам не нужны. Да. Видишь, сейчас пойдем, наверное, жарить. Типа убили. Красавчики мы. Гнусного типа, который начал стрелять. Ну, в принципе, он на базе и имеет право, но все равно гнусного. Гнусный вообще. Блин, и рюкзак повредил, капец. Чисто жилет мне жизнь спас. Надо да. Поговорить. У него была. У него был пистолет-пулемет, но он тебя просто убил с этого, блядь. Он гасил тебя с обычного кольта. Нет, он сначала меня гасил с СГ-5К, потом у него патроны кончились, и он начал меня гасить с пистолета. А потом пришел Борис с калашом. Сказал ему. И он понял, что дела плохи. Он уже не понял, он не успел. Все, я просто дошел. Команда Украины... Подожди, да, я перезайду. Я лечился. Так. У тебя спички есть? Посмотри. В инвентаре. Нет, вроде нет. Значит, у меня они будут. Блин, у нас команда чисто украинцев. Чисто украинцев. Я как будто кого-то еще слышу, но это не точно. Ну, на выстрелы могли прийти. Да, у нас почини тут, пока глушитель. У нас тут тип, он хотел меня ёбнуть, но потом увидел, что я с калашом. Я его убил, короче. Убей его! Я его убил. Что у него там? Веревка, ножовка. Он порезал меня один раз, сука. Ножовкой? Блять, мачете. Он не там был, он с той стороны. Убитый валяется, сука. Сука, гандон. Блять. Ну вот зачем бежать на типа с калашом? Он что он думал, блядь? Что не попаду в него, блядь? Господи. Он тут зависший в текстуру стоит просто. Ты его точно убил? Да. Ну он упал, типа, я хрен знает, машина не машина. Так, спички у меня. Может она не упала. Ты видишь его труп? Нет, не вижу. А, вот он, вот он. У него есть магазин. Вот у него 9 на 19 есть, по-моему. А, нет, это 380. Пошли жарить его. Вот вижу, два генератора, чего? А не, чё? Чё тут столько лагов? О, смотри, колонка. Надо попить. Ой, то я могу... А, подожди, стоп, воды... Сначала wash hands надо сделать. У меня есть хлорные таблетки, так что можно воду нашу выпить, а потом уже набрать опять. Не надо, ты заразишься. Сейчас пойдем на базу. Да вряд ли там есть лут. Кажется, что да хрю... залутали. Ну, зомбарей можно поснимать, там разгрузы всякие. Равно. Это большая база, я здесь был, она протяженная прям. Подожди меня, дядя. Я воду набираю. Да, так, надо здесь... пожарить, а то что-то вода опять. Это. Пошли жарить. Да не хочу что-то за рядом с базой жарить. Типа, ну сейчас в лесок вон уйдем. Зомбарь с рюкзаком. Подожди, на нем еще разгруз, да. По нем еще разгруз. Хорошо, забирай. Разгруз я заберу, да. Тут трупы зомбарей.
Может, это типы вот эти убили. Осторожней будь. Рация. Разгруз я заберу, но Рация. надевать не буду. Потом переоденусь. Мне жизнь спас жилет. А он уже. У меня, кстати, он не контуженный. Нет, не контуженный, хороший. Борис, патрульная куртка. Надо? Надо, надо. Где? Посреди Вижу, сарая. Все, все, все. Вижу. Патрульная куртка, конечно, надо, ты что, блядь? А у меня куртка военнослужащего новая. Дай пойду тот рюкзак военный заберу. Хочу быть полностью милитари, надену панаму вместо мотошлема. Панаму! Борис, конечно. Тогда это вообще смотрю. Так. Где труп зомбаря, которого ты убил? Там. Вон там, где ты бегаешь, да, тут где-то. Че, нет, что ли? Ну тут где-то было, я хуй знает. Вот он. А, нет. Я не знаю, ну тут где-то был. Провалился, наверное, сейчас текстур. Где ты шлем оставил? Смотри, сколько там зомбарей понабежало. Трое. Шлем я там оставил. В гаражике. Короче, ищи патроны 5 на 35, 45 на 39. А то у меня уже осталось 12 их. Отстреливаться будет нечем. Состояние глушителя Warn. Использованный. Значит, поношенный. Хорошее состояние еще. Так, в общем. Ну, зашел, зашел, Борис. Зашел? А, да, там дырка. Сетка. Ты в тюрьме уже? Лутай, лутай. Короткий приклад на эмку. Приклад сам по себе без эмки. И походный рюкзак. О, прицел ПСО. Возьмем на всякий. Калаш выпадет? Ну, вдруг, да. Рюкзак, вижу, что это. Ну, это такая база, типа, ближняя ко всему. Тут часто ее хватают. Бери компас. Компас. Где рюкзак видишь? Вон рюкзак, но он синий. Чей это рюкзак? Тактическая куртка, серая. Прикольная. Оно. Дым гранату. Топовая штука. Так, я пошел в другую казарму. Ну такой лут. Видно, что уже обыскали казарму. Рация новая. Ничего нет. Рюкзак типа пустой. Зомбарь на нас согрелся. О! Еда в нем. Магазин. Маккей. Какой-то маленький. Макджи. Маккензи? Магазин. 5,56,45. А, ну на М-ку. Я тут в этом ангаре, который рядом. Тут разделанный труп чувака. С компасом и с батарейкой. Иди компас забери. О, и ботинки нормальные у него. Вообще такое. Штурмовые.
Не тронуто это даже. Хорошо. Сейчас сюда ножку положим. Немножко нет. Ой, чувака застрелили, видно. У Красный него и цвет. Да, на штаны это. хорошие у чувака это. Сейчас я штаны себе починю. Особо не чинятся, правда. Опять полимерное цевьё на М-ку. Да на М-ку можно. Можно целую М-ку собрать. Танковый шлемофон. Что это у нас? Шпаклевка. Прицел отток. О, спрайт в зомбаре. Хорошо. Я был. Все, это вся база. Нет. Дальше еще. А, да, тут тоже можно лут найти. СК вот лежит. Без магазина. А. О. СКГ-5, то есть, СКГ-5. Худи с магазином Тут на... костер! Тут костер! Где? Горящий? Горит, горит! Да! Вот, выходишь слева домик маленький. Боря, хелпуй, я не знаю, может там тип есть. Где? Где костер? Вот в этом домике. Двухэтажный, на первом этаже. Никого вроде. Горит, но тут тип был недавно прям. Тут еще комната есть. Перчатки возьмем хирургические. Да. Давай потушим. Как? Возьми мне перчатки. Тут противогаз еще валяется. Взял. Блять. Все, уходим. Зомбарь, это ты его убил? Значит, тут тип был. Интересно, когда. Могли бы сейчас пожарить. О, баллистический шлем. Найс. Еда уже желтая, надо будет жарить сейчас идти. Да, я тоже. Ладно, сейчас долутаем базу до конца и пойдем в лесок. О, что это? Куртку возьми на новое. У меня тоже новое. На 42 слота, Борис. У меня тоже 42. не 42. Мне нужен скотч. Зачем? Что тебе нужно сделать? У меня рюкзак поврежденный. Перчатки взял мне? Да. Но не хирургическими все равно Да поврежден. выкидывай. Спасибо. Так, а... Сейчас я по карте гляну, где Давай. мы. Короче, смотри, сейчас по дороге тупо прямо идем. И мы как раз идем вниз карты. Ой-ой. Это близко. Близко, да. Это сзади. Откуда мы пришли? Выходим. Мы глубже в лес зайдем. Так что, жарить будем? Да, бежим.
Прикинь, опять на базу чуть-чуть набежим. Кормушка. А интересно, дым высоко видно вообще? Да вроде нет. Деревья закрывают? Такое от коста вроде не высоко, да. Ну, давай где-то здесь. Ебать, это дерево можно срубить, Борис. Ты где? А, вон. О, хорошо. Все, можно сразу. Так, давайте, спички. Кинуть бумагу надо. Да кинь бумагу. Я уже делаю. Правда, он получится маленький. А как, подожди, а как его это... Можешь объединить с другими бревнами, типа. Подожди, вроде как-то можно его объединить, да. Комбин. Так он не делается. Комбайн. Я не знаю как. Давай я попробую. Не, нельзя объединить. Мне можно. А, вот, просто заходишь в менюшку и кладешь в топливо. А, вот. Натуре. Вот, 4 штуки положил. Давай еще нарубим, чтобы хорошего насмога. Все, я там все забрал. Так, а палки? У нас только одна? А нет. У меня есть палки. Все тут, да, по-моему, максимум 6. Я не могу больше во фьюл положить. А, ну значит хватит. Так, что еще? Палки сюда, наверное, закинуть. Да, 3 палки закинул. Топливо. Ну, поджигай все. Не, погоди, в растопку еще надо бумаги накинуть. Растопки надо накинуть бумаги. Апгрейд. Поджигаем. Shadow Legends. Так. Fireplace. Кингдин. Все, сейчас должен быть хороший огонь. Дай палку, по-братски. Какую палку? Ну, остро. У меня одна. Блин. Ну, жаль, короче. Так. О, все, острая палка. Буду жарить. А нельзя снарядить больше, чем, типа... Одно там, знаешь, такой. Да, вряд ли. Все. А, хорошо. Жарим. Сало. Алло. Сейчас типа видят дымок. Такие, опа. И на запах сала сбегаются. А мы их просто угостим едой, и они нас не тронут. Сами угостятся. Стой, у меня, кажется, есть тренога. А там, значит, можно сразу много, наверное, жарить. Да, вижу треногу. Попробуй. Сейчас. А, ну это котелок. Да, наверное.
как интересно с треногой взаимодействовать. Кастрюля Беру нужна. кастрюлю, бро. Посмотри, у тебя температура повышается вот, 4 градуса. У меня Да. она желтая. У меня она желтая. Extremely high. Хотя бы с едой будем теперь. И можно идти вниз карты уже. Пердим. 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 Еще в украинском флаге, да. Ох, еды у нас будет, конечно. Хорошо. Так, хорошо. Я смотрю на предмет типов там. Я говорю, они сейчас сбегутся на запах сала, ты шо? Запах сала. Мы еще жир не жарим, Борис, поэтому подожди. Сейчас как жир начнем жарить, да все сбегутся. А у вас в Украине есть такой вот ресторан, где тупо все блюда из сала? Конечно. Серьезно? Сало в маринаде, сало в меде, сало в вине, сало в пиве, в шоколадной глазури. Сало. Шоколадное сало я ел. Вкусное. Сколько у меня стейков это? Фэт. Это твой последнее, что ты жаришь? Нет. Просто берешь кусок сала и жаришь его на костре, Борис. Да. Да. Ай, блин, я случайно. А, нет. А, да, но сначала. А, нет, не сначала. Medium. 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 Давай средняя за прожарки сделаем. Тут пиздец сколько жарить. Что не так с Эльдаром Джарахом? А что с ним не так? Хочу такое шоу. Ты позовешь его в гости? Может здесь... Может где-то тут базу построим чуть выше, чтобы не видно было. Не, подожди базу. Надо сначала залутаться. Ой, у меня красная температура. У меня хп падает. Нагрелся ты, значит, сильно. У меня желтая. Вот, тоже. Нормально. Ох, сейчас как поедим. Сейчас как поедим. Как тебе еще жарить? Я сейчас немножечко поем жира. О-о-о-о. Он, наверное, так медленно естся, да? Ну да, не быстро. О, шмачнёшки. Шкварчики. Шмачнёшь. А пахну як. Так, все, я жарю сало. На костер долгим сделать с тобой. Ты все сало, что ли, съел? Нет, нет, не все. Я половину сала съел, уже объелся, блядь. Ты что? Блин, а сало долго жарится. Блин. Да, Борис, запускай стрим, назови его коронавирус. У тебя противогаз есть. Так он давно уже идет стрим. А как ты его назвал? Sup, Chinas. Where is your virus? Нормальный боб. Блин, тяжело нам и китайцам сейчас везде в мире. Все не любят. Да уж, а, их все... больше любят, чем русских все равно. Есть еще еда. Да, у меня 3 стейка еще.
Капец, сколько у тебя еды. Я тебе могу еще один стейк скинуть. Даже два могу скинуть. Давай, я пожарю. Ну сейчас. Иди давай. Дожарю. Алло. Ладно, на. Сало, на. О, вижу. Поехали. Ох, еда восстановилась-то хорошо. Хорошечно. Не забудь треногу-то потом забрать. Я заберу, заберу. Надо кастрюлю найти. Сейчас. Вообще будет классно. Будем Четверо и кости варить. Четверо человек были на трансляции, сейчас все ушли, остался только Антон, походу. Либо только я один остался, не знаю. Я, кстати, недавно посмотрел статистику, типа, меня в натуре, типа, смотрят там по... Я не знаю, может, это еще тянется с того раза, когда кликбейт был. Ну, типа, в месяц там просмотров, типа, 200-300 точно есть. Я не знаю вообще, откуда. Нормально. Что, это последний стейк? У меня, да. Все, тогда я снимаю треногу. Писанный костер. Почти-почти, как долго-то жарится, а? Все. Потушить. Водой залить. У меня бутылка Давай есть, но залей. я не хочу тратить ее. Давай я потрачу. У тебя 9 на 19 есть? Ну, я сейчас так дымится. А, пошли обратно. Давай посмотрим, видно ли костер издалека. Ну, отсюда видно, очень даже. Так, у меня что-то жилетов много с собой. И разгруз, и баллистический, и полицейский. А куда сейчас идем? Вниз карты. Там еще базы будут. База Криник у нас будет там. Мы ее... Там, кстати, вышка будет вот эта вот, которую ты любишь дальше. Ты что, тут начинаются базы вообще самые жесткие. Все, мы пожарили еду. Нам Хорошо. Нужны калаши, полкаши. Все нужно. А у меня джинсы Levi's. Сколько стоит ваш лук? Рюкзак. Я думаю, по Louis Vuitton. Louis Vuitton выпуска, я думаю, 92-го года. Конечно, немножко потрепанный, но по оценкам экспертов где-то 3000 евро. Может, больше. Да, вот. Военная куртка стилизованная под камуфляж, Balenciaga. Шлем, мотошлем, принадлежавший Норману Ридусу во втором сезоне «Ходячих». Как бы 5 тысяч долларов минимум. 100 миллионов долларов. Куплен на аукционе. Топор, тот самый топор. Баллистический жилет, ну, сам из Донбасса. Сам из Донбасса, ну как бы он бесценный вообще. Потом топор. Топор. Топор, принадлежавший Эрнесту Джеку Хамингуэю. Николсона. Эрнесту Хамингуэю. Ну, как бы, куплен на аукционе 100 тысяч долларов. Точно. Потом... Кроссовки. Кроссовки. Ботинки. Ну, как бы, New Balance Limited Edition, ну, 1000 долларов. А у Бориса баллистический шлем, принадлежащий жителям Донбасса. Так. Так.
Опа! Смотри, какие модные рюкзаки на зомбаках. О май. Я хочу себе такой. Такой хочу. Ой, Миша, и разгруз тебе. А, нет, это не разгруз. У него бронежилет, у него бронежилет. У него бронежилет. Бери, О, бери я возьму. бронежилет. А он, наверное, убитый уже. А не, не тронутый. Рюкзак забрал. Хорош. Так, ну вот типов там вряд ли есть, потому что они зомбаков с таким лутом не тронули. Как бы. Это все закрыто. О, еще одна дымовая граната. А, тут карта есть, Черная Русь. Ой, это, ну ты понял, вот это вот хуйни. Ливонии. Тут охотничьи ботинки. Надо. Да надо, да. Мои-то уже на ладом дышат. Просто вот так, Так, я блядь. тогда скину противоударный жилет. О, я знаю, как его скинуть, да. А сейчас я. О. Ты шо? Стоять. Даже Чеши кинуть зомбак можно. согрелся. Смотри, зомбак согрелся. Ну, удачно зашли, удачно. Удачно, да. Так, вон я там вижу КПП. Блокпост какой-то. КПП, да, смотри, вот у нас недалеко большая прям база. Надо туда зайти. Надо 9 на 19 найти. У тебя вообще не о чем стрелять, да, хуёво? У Ну меня чувак, две. все патроны на меня потратил. Пал один раз. А вон видишь вышки? Мне кажется, вон там наша база, которая нам нужна. Хотя хуй его знает. Сейчас я еще прикину по карте. Вот, кстати, тоже может что-то быть в теории. Ничего. Нет, тут ничего нету. Так. Так, вот эта вышка. Пришли мы от. Откуда мы пришли, Миш? Помнишь? Мы пришли с базы этой, Да куда понятно, но нажать вот сейчас хочешь. откуда мы пришли? Я не знаю. Хуёво. Не шарю. О, у меня еда кончилась, надо же ее пожрать. Да, нам на эти вышки идти. Вот там база. Вот где эти вышки, нам туда. Можем пойти через КПП, наверное, еще. Боже, у меня так быстро с жиром восполняется вот это. Вон, видишь, Мое там желание есть. радары всякие, вышки, вон нам вон туда вроде. Да. Сразу пойдем или на КПП заглянем? Ну давай сразу туда. Пойдем. Помню, как я вчера того типа ждал, и я к нему забежал просто вот спреем. Вот из 30 патронов так я в него все пустил. Все заговнил ему. Ничего даже забрать не смог. Так, а где вышки-то? А вышки должны быть в лесу. Тут должно быть три казармы, тюрьма, КПП. Короче, все хорошо Ну, у меня должно все на максимум. Мне все потребности уже быть. У меня восполнены. что-то... Базовая. Мне что-то жарко. Мне что-то жарко, у меня даже за здоровье чуть падает. До сих пор жарко. Я знаешь, как это решил? Я снял всю одежду и обратно надел. Я тогда типа охладился. Вообще хорошо так охладился. Да ладно, ну пока у меня Попробуй. здоровье не сильно падает от этого. Ну попробуй, оно у меня тоже Попробуй, упало сильно. попробуй! Просто все сними и обратно надень. Должно упасть у тебя температура. Да. Да, упало. Ну, сейчас опять выросло.
Да эти Да не, у стейки, меня... наверное, греют сильно. Так, вижу вышку-то. Это маленькая, это не та. Калимброди. Зомби вон на крыше стоит. Он сагренный, не? Нет. Нет. Или подожди. Да не, не. Не сагренный. Ой, зомбарей тут. Так, дверки-то открыты. Полис джекет. Давай, осторожнее. Что, сначала в тюрьму или в казармы? Давай в тюрьму. Давай в тюрьму. Тихо-тихо. Бля, он тут рядом. Ничего нет. До контейнера проверю. ПСО. ПСО. А там пулемет, какой-то пистолет, по-моему. От Г5К, да. Патронами, кстати. Бери. Я сниму, заберу. Так, я в тюрьме. Ну вот, тут отток. На первом этаже. На СГ-5, по-моему, ставится. Есть. О, тут карманы на жилет. Иди бери. Хорошо. На втором этаже. В игре только одна разновидность зомби. Ну да. Тут они типа вот такие все. Чмошные. Чё ты лопату скинул? Больше не хочешь с ней бегать? Чё, я скинул лопату? Да, в контейнере. Случайно. Надо идти, блять, искать зомбаря с поясной сумкой универсальной. Чтобы в разгрузе бегать. Да, но тебя убьют пули. Лучше бегай в противоши... В этом жилете, но храни лут. Разгрузе. Ты не сможешь хранить. Да, кто-то с автомата стреляет. Давай, может, не будем зомбаков-то сильно лутать. Пошли сразу в казармы. Да их с одного удара мы стопора вынесем, если по одному брать. Ну да, но так мы становимся легкой добычей для типов. Вот если... Ой, рядом пуля. Да не, это далеко, ты шо? Далеко прям. Наверное, с той базы, откуда мы пришли. М4 полимерная. О, у меня боевой рюкзак. О, пиздатые очки. Надо? Пиздатые очки, не. Я в шлеме. Очки вообще бомбовые. Рюкзак кто-то скинул, валяется. Ассаульт. Штурмовой. Комбат. Комбат слайдс. Прицел. О, да, босс, патрульные штаны. Нормально. Наконец-то. Все, у меня фулл сет военный. А тебя зомбарь согрелся. Знаю. Ну, бля, хватит кашлять. Зомбарей убивают наружу. Кабура. О, возьму. На, я тебе скинул. Хотя у меня нет пистолета, ну ладно. Я тебе дам. Иди возьми. Рюкзак нашел, пиздатый. Угу. Вот, тут скинул. На полу. 62 на 39 тут валяется. Где? В зомби. Где? Где ты на полу скинул? Вот. Не вижу.
Дайте тебе Не пистолет. вижу. Не вижу, дай перезайду. Тоже перезайду. О, на то висит 62.39. Мне как же заебал этот насморк, я не могу. Пиздец. Опять что ли из дома сегодня даже не выйду? Ну что ж такое? Так интересно в DayZ играть. Кошмар. Да, вообще, мне нравится. Ну, все равно нужно сегодня либо в зальчик сходить. Сейчас покушать еще надо. Потом еще поиграть, чтоб игра, чтоб еда уложилась хорошо. Как говорится. Да, вот такое. А уже потом. Можно еще поиграть. Майнкрафт. Так. Где кобура? На. Кобуру. Вот, выкинул. А, вижу. Кобуру, пистолет, все. Да. Ты, Борис, избавился от лишнего лута. Да. А потом уже и ты придешь, да, Антон? Так. Там не поясная сумка ли на тебе, нет? Нет. Mm-mm. Так. Может, на радар сбегать? Пошли на вышку, там казарма. Вот я высокая вышка, там казарма должна. Подожди, подожди, я сюда сбегаю. Что, ешь? Я бы горел сейчас, если бы ты сдох. Блин, сдохнуть. Тут так лестница убого сделана. Это просто невозможно понимать. Блин, блин, вчера а вот типа... на этих вышках, ну вообще что ли ничего нету? Да не может быть, ну пиздец. Раньше на них калаши спавнились. Алкаши, там, алкаши, блядь, кто угодно. Особенно вторые. Вообще ничего нет, слушай, ну прям ничего. Поясная сумку. Когда надо, ее нет. О, бери, плоскогубцы. Возьму. Мы уже почти базу собрали. О, 45 SCP. Я возьму, вдруг найду этот FX-45. Классный пистолет. О, фляга! О, май! Осталось ремень найти. Все, пошли, не будем задерживаться. О, еда в зомбаре. Отлично. Хорошо. Да тут зомбари убивать очень выгодно. Ну, на базах все ладно. Всегда. Фляга выпала. Хорошо. Так надо ее в горячий слот поставить. Горящий. Блин, а дырки-то в заборе нету. Как в штанах в Фортнайте. Блин, в Фортнайте раньше классные ламповые скины были. С дырками. Ты в охотничий домик не забежишь? Может, там тундра? Это не домик, это беседка. Ох, какие релюхи тут висят. Так, тут большая казарма. О, СКГ-5 тут. Без магазина, правда. Пиздуй я. Блин, не нравится мне эта Опа! Казарма. Опа! Видишь это? Самодельный. Мне не нравится эта казарма. Ну, я достаю калаш. Я достаю полкаш.
приклад на СКГ-5. На первый этаж. Двери открыты везде. Очистка оружия. У меня чисто вообще, ничего нет. На приклад не тут, тут колонка есть зато внизу. Можно напиться. Воды! Водиться? Воды! Блин, у меня здоровье падает. Что-то у меня горячее слишком все. Типа, он сейчас только начало падать. Надо опять. Да не, я снял одежду, где-то поставил минуту, и она у меня охладилась. У меня хуй знает. Мы все снял, прям вместе с ботинками. Даже с очками. Дальше, дальше снял, нет. У тебя уменьшается температура, да? Да, она у меня уже как будто я в море плаваю. Такая вот. Постой, пусть вещи охладятся. Пока тут набираю воду. Как надо на горячий слот дымовухи поставить. Ух ты, ты шо, блестишь? Опа! Ой! В тебя? У меня прям сердце. Нет. Очень. Ну вроде. Вроде не по мне. Ты близко. Где-то рядом. Буду по зомбарям. Уходим. Я порезался, блядь. Я порезался. Перевяжусь. Давай, может, тут посидим, подождем. Чего? Если тип где-то рядом, он по-любому сюда придет. Ты... Ждать, конечно, неохота. Ну, можно залезть на вышку там посидеть, да. Да ну вышку, он будет по-любому ее чекать. Вот тут сесть где-то и смотреть вход. Думаю, он придет скоро. Там топорик. Если он... Выстрелы очень рядом были. Очень рядом. Ну да. Еще будто единую треба, будто сильным. Будто сильным треба, будто единым. Ебать, я обосрался, у меня стучак в туалет сейчас упал. Думал, у тебя мон ломится. Ты куда пошел? Ты куда пошел? Тушить. Мне кажется, он где-то тут. По дороге бежит. Но стрелять с его стороны было опрометчиво. И опять у меня да, одежда ну, ни хрена не охладилась. Здоровье по-прежнему падает. Не знаю, может у тебя забагалось. Да я ж... Я вижу труп зомби. Вот возле тюрьмы, но не знаю, наш ли это зомби. Ну не уверен. Так, я смотрю тюрьму. Кажется, что там, типа, там, где мы были. Да-да-да, согренные зомби возле тюрьмы! Согренные зомби возле тюрьмы! Согренные зомби возле тюрьмы! Согренные зомби возле тюрьмы! Согренные зомби возле тюрьмы!
Сейчас будет драка. Ты что, на украинский Да, слышишь, слышишь? Слышу. У меня 12 патронов. В тюрьме, в тюрьме, в тюрьме. Давай, давай. Давай сюда, сюда. Он перестреляет, у него патроны кончатся. А, вон вижу, да, давай, в тюрьме. Давай. На втором этаже? Не пались, не пались пока. Я его самого не вижу, я вижу, как зомби бегут в тюрьму. Не пались. Он, наверное, с окна их гасит. Я вот сюда сяду. Тише. Ну, ты хочешь его убить, да? Конечно. А он сейчас и патроны потратит. Блять. Ну да, там ему их убивать долго. Так, я сниму, наверное, рюкзак, а то у меня там ничего нету. Чтобы если что. Сюда, возле этого забора. Да, он с окна. Тише, тише, он в окошко. Да-да-да-да-да. По одному их гасят с окна. Тише, Боря, чтобы на тебя не согрелись. Они тут сзади бегут. О, зомби в разгрузе. А не, это в полевом. Господи, сейчас еще и лута с зомбарей-то соберем. Главное, чтобы он нас не убил. Он один. А у тебя много патронов на СК? 13. Ну хватит одного типа убить. Там можешь еще скольта, по-моему, снять. А нет, там нихуя нету. А слушай, по-моему, у него патроны кончились. Он не стреляет больше. Он сейчас будет по одному их запускать. Блять, да пока он это будет делать, другие типа уже придут, блять. Надо как-то пооперативнее, слушай. Может, кто-то окошко его снять? О! Да, я его вижу. Слышь, а там... У него клан Бейдж. Тише. Я попробую снять отсюда. Да тихо, не-не-не, он продолжает стрелять, пускай стреляет. Что-то он как-то хуёво в них стреляет. Убил. Всё, убил. В голову. Убил, но он труп. Бля, теперь нам пизда. Бежим отсюда, блядь, нахуй. Да, скалуна, давай разберем их. Они сейчас бегут в ту сторону, где я стрелял, подожди. Ну давай. Они сейчас убегут. Давай скалуна. Он блядь. Один был? Так, ты подбегаешь к тюрьме уже, да? Да. Я сейчас, наверное, внутрь туда зайду. А, там запертая дверь, Боря. Херово. У меня нет отмычки. Че, рестарт ждать будем? Ой-ой-ой, Боря, херово дело. Ну, конечно, херово, иди. Привязывайся. Иди на вышку. Пока тут... Попробуй их. Я сам с ней справлюсь. Да на вышку иди, ты истекаешь кровью. Да блин, я не могу бежать, у меня скорости нет. А, Боря, херово дело. Попробуй их отстрелить. Тут один остался уже, все. Все, давай. У тебя много порезов стоит? Да. Я тебе перевязывать буду сейчас. У меня 3 пореза. Не ссы, сейчас справимся. Ну блин, я ему в голову так зарядил красиво. Один порез остался, давай, Боря. Стой. Блин, я не могу перевязываться. Че за... Перевязывай. Спасибо. Давай. А, нет! Не хочу умереть. Много крови осталось? Красная, но я сейчас зажру ее жиром, и все будет нормально. Зажру ее жиром. Охуенно. Но, патроны. Патроны. Да, устанавливается. Блин, СК бы найти. Пошли. На СК патронов вообще море. Я где-то колонн скинул тут, чтобы лечиться. Где он? А, вот он. Блин там... надо к нему как-то пробраться. А там другой двери нету, только одна, да? Херово, босс. Он продумал, что если его убьют. Он потом просто найдет лут и вернется. Посмотри, он труп? Стоп, а где он? Я скорпион вижу. А где он? Понятия не имею. Может, он внутри еще? Может быть.
Может быть внутри. Стоп, как я его не убил? Я ему три пули в голову зарядил. Ну, может, он сквозь текстуры провалился. Пошли, уходим отсюда, нехуй тут делать больше. Все равно мы не откроем эту дверь без отмычки. Так, подожди, куда идти-то? Вот там, где три казармы, нам в эту сторону бежать. И придем к городу Западлиска опять вот этому. А у тебя нету скотча? Нету. У меня есть кожедупа, чуть-чуть совсем. Тебе вряд ли даже его хватит, чтобы починить что-то. И шитье еще чуть осталось. Тебе что-то нужно дать? Да шитье мне надо. Для ну, куртки. На шитье. Сейчас дам. Вот, скинул. И кожедуба она тоже. Кожедуб где? Кожедуб у меня куда-то... А, у меня вот он. Мы же нормально так стреляем в дойду. Как же я его выцелил с этого патрона просто. Чисто в голову все. Красиво было. У меня дежавю. По-моему, вчера были на этой базе, нет? На этой вряд ли, нет. Тебе приснилось. Ну, хуй знает, может быть. Вот, 2 часа уже почти играем. Все, починил. Угу. Пошли. Житно. Оу, щит. Да на тебя разве? Лежать. Чисто ребенок кристалл. Короче, нам в ту сторону, но я, бля, отсюда не вижу город. Что еще далеко? У меня все серое. Справа должна быть дорога. За базой. Такая проселочная. Проселочная. Может, она? Это база. Что у меня со здоровьем, блин? Да у тебя забагалось вот это, видно, ты уже при кострах. Я ж перезаходил уже. Не знаю, что смотри. Ох, откуда-то гасят справа. Может, ты взял полено, которое горячее? В рюкзак, а, да, кстати, знаю. У меня полено в рюкзаке, блядь. Блядь. А, Дася, подожди, что мне, блядь, нужно, что мне не нужно? Сейчас, чего ты дрова делал? Борис, ну ты, конечно, гений. Вот это, блин, 9 на 39, типа, патроны, как бы, блядь, патроны... Патронами, блядь, ну где же их использовать-то, 9.39? Мы же никогда в жизни не найдем эту СКС. Ой, тьфу. ВСС. ВСС? Да. Блин, а прикинь, найдем. Там даже прикинь, админы на я просто, если нахожу ВСС, и такой Миша просто говорит одно слово «дай». Дай. И просто... Просто заводит свой УАЗ, приезжает в Воронеж, если я не даю ему, и играет с моей консоли. Меня связывает. Связываю наручники и ключи съедаю, короче. Так, блин, у меня все серое, капец. Как же... О, вижу какой-то дом разрушенный. Можешь у меня лут взять какой-то, а то я много бегать вообще не могу. А что у тебя за лут? Не знаю, например, что ты можешь взять? Компас, треногу возьми. Да есть у меня компас. О! А зачем нам треногу? Выкинь ее нахуй. Тренога.
еще можно скинуть. Патрон на дробаш. Это давай. Спички у меня. Так, сорис. Держи. Тем 62 на 39. Надо тебя? Да. Еще бутылку воды у меня фляга есть. Много всего. Все? Да вниз карты идти. Не будем. Так мы и идем. Ну, на западлиска, типа. А мы на одном с тобой сервере, там, где карты. Чтобы я видел твои пометки. Да, хуй его знает. Давай присоединимся к одному, чтобы удобнее было. Ну, пойдем в домик тут зайдем. И там, кстати, военный лут может быть. Карты, профиль. Как тут присоединиться? Профиль. А, вот, да. Имя пользователя. Создадим сейчас группу. Этот сидит тип сейчас. Да убьем. Маск-сеть. Фляга, Борис, не хочешь, нет? Гранату хочу. Флягу не хочешь, нет, Борис? Гранату хочу. Взять. А фляжку взять не хочешь, нет? А фляжку? Бери фляжку. Да где она? Вот на тумбочке стоит. На тумбочке стоит. Хочу взять фляжку. На тумбочке стоит. Хочу. Чего за подлизка? Давай сервер создадим свой. Садись в кусты куда-то. Сюда. Так, плюс. Имя группы. Лут. Пароль. 4 единицы пусть будет. Создать. Группа лут уже существует. Я сейчас сделаю. Ладно, создай. Так, я это удалю. Группу. На, присоединяйся. Как назвал? На, смотри. Группа лут уже существует. Такс. King Vaders. Какой пароль еще раз скажи? 1, 2, 3. Вот мы сейчас... Где-то возле хелиспауна. Вот тут мы. Метка называется Пуда. Пуда. Так, захожу. А ну, поставь метку. Поставил. Рефреш нажми. О, что написано? Ну, я не вижу. Почему-то. Ты рефреш нажми. Папа, ты где? Куда ушел? Вот я валяюсь в кусте. А ты где? А. Давай сюда иди. Группа Kinvaders активна. Стоп, почему не вижу? Эту метку. Ливония вообще? Ну, допустим, метка вот так. Михаил Сизиков. Ты видишь ее? Сейчас. Да, вижу. А, моя метка куда-то... Моя метка куда-то исчезла. Вот мы. Вот, я поставил. О, да, вижу. Все возле заподлиска. Тут вертолет может быть. Тут дохуя, где везде могут быть вертолеты. А там ВСС. Блин. Ты что, заболел? Да. Ах ты пудяк. Пошли в западлиска. О, тут бункер.
Где? Бункере типы могут быть. Где? Прямо Где? перед нами бункер, дота. Ну, я тогда достаю калаш. Не. На КСУ вообще крутая пушка. Что тут? Штурмовые? Были штурмовые боты. Нужны. О, 5,45 на Но. 39. О, 17. перчаточки. Боевые. Хорошо. Ножик засунь. Сунул. Сейчас, подожди, я снаряжу магаз. У меня лишние пули упали мне. Стук за типами слежу. Никого не вижу. Блин, как не повезло, типа он один закрылся там. Мы его убили. Хотя он может вернуть свой лут. Если захочет. Ну да. Ладно, погнали. Мы ж, по-моему, Вот, вчера здесь калаши. были, да? Да. О, 45 SCP. Чё, церковь нету ничего? Пролутал? Ты бежишь? Где? Ты сейчас бегаешь? Я стою. А ты где? Ну где ты, блядь? Вот ты бегаешь, вот он, привет. Мне кажется, тут типы могут быть. Конечно, могут, блядь. Я помню, как ты один раз в какой-то такой разрушенный дом зашел, а там тип с дробашом. Да. Тонкий прикол. Ее на М-ку. М-ку тут найти вообще было классно. По-любому раскидано, блядь. Дохуя. Вы у меня желтое здоровье уже. Я перезахожу. Чуть дерьмо, блядь. Я не понимаю вообще. Ой, Что бля. мрешь? Надо, А, может... из-за одежды. Надо выкинуть все мясо на пол. Посмотреть, исправят ли эту ситуацию, блядь. Не знаю, у меня нормально, я Да, вот один вот раз. исправляет, исправляет. Вот я все мясо, оно горячее. Оно слишком много. Может, мне его надо чисто в рюкзак положить, тогда ситуация А, нормальная. вот, тут видно, 75 по Цельсию Ну да. написано. 75, Не, это 75. я понимаю. Потому что оно Так, может, горячее. выложим его, пусть оно остынет? Оно долго остывать, Миша, будет. Потому что Джейми мне отдавал мясо, которое он приготовил неделю назад, оно горячее все еще было. Вот, если положить их в рюкзак, а не в одежду, все будет четко. Они у меня... А, лол. Они у меня не лежат в одежде. У меня в одежде лежали. Вот, я положил их в рюкзак, все четко. Ты куда убежал уже, лутарь? В лутарю. А куда? Где ты? Прямо вниз. Рюкзак бомжовский здесь валяется, кто-то был недавно. О, какой прикольный противогаз тут современный. Ты где? О, полевой жилет нашел. Блять, да Я в где ты, доме. блять? В каком, блять? А, вон Вот, он, я ты. на дороге. Все, я тебя вижу. Зомбаря пока убей. Сейчас очередь такая. Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду! Миш такой. А! Не-не-не. И настроение сразу упало. Да. Опа, СК! Еее! Дай чистку. На тебе СК, я возле зомбарей мертвых. Иди сюда. Я тебе дал 7,62 на 39 за чай. Тогда эту, мою эту, блядь. Мою эту, блядь. Чистку, чистку, дай чистку. Чистку, блядь. Тру.
Трубочистку у тебя дать? Возле зомбаря я, ты где? Возвращайся к зомбарям мертвым. Чистку дай. Хотя ладно, давай мне СК из патрона, потому что у меня пушки нет нормально. На, раз тебе патроны, два патроны, три патроны. Мама. И вот тут еще три патрона, на, вот тут тоже есть. Мама. Все, на, чисти там, чтоб чисто было, понял? Будет грязно, блядь, о! Плохо. Языком вылизывать будешь. Языком вылизывать будешь. Буду как в цельнометаллической баболочке тебя тренировать, чистить в оружие. Как майор Пейн. Ладно, это уже с другого фильма. My pain, my game. Так, ладно, я пошел вот эту улицу лутать, на которой я сейчас. Оп, фонарик. Гузнарик. Гузнарик. Главное, на типа с дробовиком. О! Скотч! Нужен противогаз, как у меня. Несовременный. Такой. Не, не нужен, потому что у меня шлем. Ну и соси боб тогда. Что-то на меня сог... А, это на тебя согрелись. Ой, дед! Че их четыре штуки-то согрелось? Ну, потому что ты шумный. Так, одного чувака с удара выбил. Все. Изи. О, бинты надо. Бинты надо. Так, здесь я был. Если что. СК, СК, детка. Баги резиновые. Помнишь, нашли калаш в каком-то вообще одиноком доме, убогом вообще каком-то? Вот в таком. Да они тут спавнятся. Не знаю как. Может, это чувак забыл калаш, я не знаю. Да, сейчас. Чувак бы не забыл калаш. О, бобы. Я помню, ты в западлиске умер, не дойдя до нее. О! Это... Штаны нашел 30 слотов. Блин, так хочу, чтобы ты Сайгу нашел и крикнул. Ох, как же я хочу это. Нашел себе штаны. Армейские. О, 30 слотов. Блин, тут надо внимательно смотреть, чтобы не... Да. Больше идешь, потом замечаешь. Да. Да. О, колонн тут чей-то. Не твой случайно. Проверь. Ага. Я с колонном бегаю. Universal Flashlight. Не буду его брать. Две пачки патронов. Коробка 762 на 54. Так, ты где? Ты вернулся в начало улицы, я... да? Ну, я вверху, там я... Вот возле знака окончания города. Да. Мотоциклетный шлем. Чистка оружия. Бери чистку, мне отдашь потом. Что тут еще? Магазин на ЮЖ. Налобный. Ну, такой вот средний. Граната. Визор штурмового шлема. Коробка 45 SCP. Опять коробка 45 SCP. Прицел бы на сканете. Опа. Стреляют. Это далеко. Там далеко-далеко есть стрельба. Ну, СК-то только ПУ. А ПУ, блядь, сейчас тут пока найдешь. Так, я возвращаюсь обратно в центр. Облутали мы весь город.
Да хуй его знает. Я вот даже смотрю эти просто прям руины, руины. Вдруг тут что-то лежит. Конечно, может лежать. Я в центре города на перекрестке где-то двух зомбарей убил. Иду. Так, я смотрю на предмет лута. Ничего нет. Ну, наверное, просто повезло найти калаш. Такой херни прям вообще как повезло. Все, тогда идем вниз с карты. Будем охотиться. Выживать. Так, ну а вот тут главный перекресток. Так я вот, тоже здесь. Я рядом. Все, погнали. Подожди, надо сориентироваться, где мы. Так, вот она, главная дорога. И нам как будто, знаешь, как будто, блядь, вон туда. У тебя же есть компас? Да, у меня тоже есть компас. Это должен быть юг. Но это север, блядь. South, юг. Я знаю, что south — это юг. Ты, блядь, за кого меня держишь вообще? Нам чуть-чуть левее бежать, Боря. На юг прям. Гаечный ключ. Зачем он нужен? Разбирать разве что. Да если есть, значит для чего-то нужен. А ты это, вот эти штуки пролутывал? Пролутывал. Лутал? О, не, здесь, не здесь, будет. Здесь рюкзак, тактик. Как у меня, иди бери. Зеленый. О! Красота. Ты где? Да-да-да, вот там, вот там, там. Блядь, зомбари ебаные. Ну, прикольно, кстати. Так единственное, по нему не поймешь, как когда он убитый, он не меняет цвет, типа, вообще. Поэтому. Но он красивый. Иногда один из самых красивых. Иногда смотри за состоянием его, типа. Иногда он может просто стать черным, и ты уже поймешь. Да, ты поймешь, что он потерян. Это надо после каждой драки смотреть. Да. Так. Я хочу поохотиться с СК, наверное, удобно будет. Вот. Так, тут должно быть какое-то типа озерцо. Сука, бля, три полоски! А, да, вижу озерко справа, да? Вот оно. Да, все правильно, идем. Только что-то оно у меня залаганное. Да, у меня тоже залаганное. Сейчас, короче, вот тупо на юг идем по компасу и дойдем до просмотровой вот этой вышки еще одной. Мы до Лимборка идем с тобой? А, вон я, кстати, вижу уже эту вышку, тут даже без компаса можно. Мы идем на Лимборг, да. И на Рудинин там большая база. Ой, там огромная база, да. Ты там был? Нет, я вижу. Покажите. Что-то я эту вышку из поля зрения потерял. О, у меня температура что-то подскочила. Так. У меня заговнился топор. Надо было тот взять новый. Кто такой хам? Я тебе знаю. Хам — это ветчина. Может, хэм? Ты где? Ах, йокам. Тейст лайк. Ой, я тебя потерял. Блять. В трех соснах. Беги на юг. Достань компасы. Беги на юг. На юг, вот. Ты меня видишь, нет? Нет. Ой,
Ладно, сейчас ёбну воздух, подожди. Не надо, стой. Ты ж потерялся, Я бегу, блядь. я вижу вышку, давай, беги. К вышке, да? Да, я в поле, вот тут. Три сосны. Я бегу вдоль пауэрлайна прям, которая к вышке идет. Прям под ним. А, я тебя вижу. Так. У тебя есть этот хлор, да? Угу. Это вода желтая стала. Так, надо с прицела посмотреть сейчас, есть ли там типа. Не видно пока. Там даже не просто вышка, там что-то с ней рядом есть. И на нее можно залезть, посмотреть по вертолетам, типа. Вдруг Да, я найдем. всегда замечаю вертолетов. А У меня вдруг такое чутье. он без дыма будет? Мы же без дыма вертолет еще не находили вроде. А ты Джейми находил? Кто Джейми, наверное, находил? все находил в этой игре. Джейми. Джейми находил, вроде говорил, да. Так, я возле вышки прям уже. Найди меня, два места. Ага, да еще чего. Тут лопата. Я заменю ее, пожалуй, на топор. Что топор убитый. Лопата. Давай поубиваем их. Какой-то модный. О, рукавицы. Фин костюма. Ну, тут случайно в окно, главное не вылететь. Бежишь по лестнице. Охотничьи ботинки. 5.56 на 45. Давай, где? Где 5.56-45? А. Поднимайся. Это не те, что мне нужны. Дым или вертолет? Посмотрим. Посмотри на карте, в какой стороне вертолеты. Ну, ты посмотреть можешь тоже. Вертолет, Миша, выглядит как вертолет прям. Интересно, сколько оригинальная стоит?
Борис, ты тут? О. О, аккуратно. Тут могут быть тепло, подлагивает. Ой-ой, Боря. Слышал? Пошли туда. Это где-то в той стороне. Это далеко, это не там. Давай дальше побежим в Радуне, не будем тут останавливаться. Подожди. Недавно тип был. 9:39. База может быть. О, ветряк. Рядом. Оружие здесь. Звонят тут всякие, извиняюсь. Зомби. Маша, привет! Как ты вообще нашла это место злополучное? Если ты еще здесь. Ты где, ты где, ты где, ты где? На дороге. Ага. Сейчас погоди, я починю куртку. Но фальшфайр. Возьми для костра, пойдет. Тут на СК штык нож. Надо? Да, вот. Ой, перчатки. Ты где? Где штык нож? Ты где?
5,56 на 45 валяется. Не надо. О, штык нож на калаш. Тут рядом стрельба где-то. Я не поняла, где мясо. Да и что? Да и какой мисс, какой рядом? Тут она приглушенная очень. Далеко до нее. Это не рядом. Странно, что мясо то, что я болею. Вот это прям мясо. Но на работу, конечно же, завтра пойду. Мы сейчас потеряемся, где мы. О, Боря, кастрюля. Бери. Все, будем варить кости. Хорошо. Кости? Зачем варить кости? Зачем варить кости? Ветеринобу взял? Нет, конечно. Или ты не брал ветеринобу? Нет, конечно, не брал. Зачем она мне? Так я тебе ее скидывал. Ой, опять давай повесь всю вину на меня. Это виноват я, что я ее не взял. Да, все, все, ладно, хорошо. А вот это близко. Да, не близко. Вот это близко было. Вон, я вижу базу отсюда. Да, близко, да. Борис, здесь база. Стой, ну не ори, сейчас выйду. Да, не близко. Прям. О, сейчас выйду. Подожди, дай хлора. Боже, ты так меня выбесил. Дай хлора. Да не хлора, блядь, а не шитьё. Как я тебя выбесил? Типы. Спасибо за хлор. Да-да-да, они вот в той стороне, куда я иду. Ты их видишь? Нет, я вижу, что туда зомбарь. Так. Так, ладно. Да-да-да, сейчас там какой-то движ происходит. Ты сказала да-да-да, я сказал иди сюда. Да, вижу. Зомбари возле тюрьмы тусуются. God bless you. Карфик, Карфик. Карфик, Тактик. Thank you so much. Борис, все, пока, давай, до завтра. Застолбал. Что случилось? Что ты согрелся? У нас нормальная миссия, ты начинаешь какую-то... Блядь, Борис. Какая миссия? Мы что с тобой в GTA играем? Опа, патроны. Вижу типа... Ой, не по мне? Случайно стрелял? По нам. Это по нам. По нам? По-моему, да. В тюрьме? В тюрьме? Где? Где? В тюрьме? Да, в тюрьме. Это по нам. Это точно по нам. Уходим. Давай займем другую позицию. Я убежал обратно. У меня смосин какой-то. Блять. Так, он перемещается. Ну, это та же база, где мы вчера умерли, да? Не-не, это другая. Но выглядит так же. Да все базы одинаковые. А вон он выбежал из тюрьмы. Там несколько типов. Вон они воюют. Или они за... Они не с зомбаками воюют, они друг друга отстреливают. Пошли к ним. Вон он, в контейнере красном. Выбежал с контейнера красного. Там двое. Нет, один там. Один в контейнере красном, вон. Выбежал из него. Борис, пошли. Аккуратно. Я смотрю с прицелом. Ну, аккуратно, Боря, не умри, пожалуйста. Я рюкзак тут выкину. Да я тоже вот в кусты скину. Да у меня бронежилет жесткий. Тут надо тащить. Так, я беру СК. Я смотрю справа от контейнера. Или он в левой части? Он с левой части куда-то тут бежал. Может, за границу перебежал. Но за ним толпа просто зомбаков. Толпа. Их тут нет. Пошли. Так, вижу одного зомбаря согревшегося. Он в том доме, в этом доме. Да, понял.
Да, это та же база, где вчера мы воевали. Ты на вышку лезешь? Да. Я занял. Я вижу тебя. Типа, видишь? Могу гранату ему кинуть, только я не знаю, где он. А где все зомбари? С другой стороны? Вот, возле этого. Да, они возле входа тусуют. Так, вижу труп зомби здесь подо мной. Да он там где-то. Он один был? Но я одного видел. Спасибо, Маш. Я поправлюсь обязательно. Вот пока смотри экшен. Блять, не хочется его пойти зарашить. В тупую, знаешь. Давай вместе зарашим. В тупую? Да. Я так вчера типа убил здесь. Ну, пошли. В этом ангаре. Ну, правда, Готовься ты. зомбарей как-нибудь надо, блин, мы А тут всех... справа есть ход. Тут несколько входов. Пошли за мной. Тут. Вот с моей стороны. Не-не-не, не кидай. Давай сюда. Блять, я тут на открытом месте, как лох. А, тут окна. Не видно ни хера. Все, я сделал подсадку. Мы через окно Подожди. можем Так. пролезть. Я подсадку сделаю. Подожди. Блин, ты не залезешь на эту хуйню. Успокойся. Да ты не залезешь на второй этаж, подсадник. Я посмотреть, где он. Так я хоть вижу, что внутри находится. Где толпа Пока не зомбарей? вижу никого. Так, один тут труп есть сзади. Я внутрь залез. Я тоже внутрь иду. Кто-то КСУ лежит. Возьму. Смотри влево, я прямо иду. Ни лево, Так. ничего. Так, тут окно. Тут же он уж... Тут зомбари побежали! Вот тип. Блядь. Все. Попал меня с дробовика. Похоже, у него такой беленый лут, конечно. Это Такой может шлем быть не он забитый. был даже. Не расслабляйся, может еще сейчас один тип прибьет. Еда есть, много еды. Там зомби вот с Мне полевой. нравится. Мне вот это интересно. Так, что он мне заруинил? Он мне заруинил. Штаны с курткой. На кого зомби агрится-то? Да на нас, на кого? Тут возьми еды и фляги куча. Возьми патроны себе на СК. У меня места нет, ну ладно. Возьму. Кочу взять надо у него. Полный. Еды, стейки возьми, пожарим. Сейчас, ладно, пошли за нашими рюкзаками. О, что это за калаш? Что это за, точнее, за магазин на К101? Возьмем. Блять. Давай уходим. Тут слишком много типов в этой базе. Всегда бывает. Я не могу у него ничего взять, в общем. Пошли за рюкзаками. Пошли за рюкзаками, да. Там зомби универсальная, я хочу ее. Вот, он возле меня. А. Я помогу. Я закрылся. У меня нету горячей клавиши этой лопаты. Давай их поубиваем. Я тебе Уйди, помогу. уйди, это мой. Так вот. Поясной сумкой умер. Забирай.
Кола, возьмись. Ну возьмись, ну кола. Спасибо. А, я не могу ее уже. Места нету, походу. Бери поясную сумку. Возьму, спасибо. Этот тип там стоял, ждал до последнего. До меня все-таки попал. Козел. Если не вдвоем, это было труднее намного. Так хоть он на одного из нас только агрится. Пошли. Что это? Флешка. Граната? Будешь О, брать? светошумовая. Конечно. Граната в этой игре это имба. Вот тут, кстати, сарка. Она тут всегда стоит. Я не вижу по состоянию ее, в каком она вообще состоянии. Или она убитая вообще полностью. Я Она хотел не что-то убита, она разобрана. тебе отдать. А, вот, на, АКСУ. Спасибо. У тебя патроны есть? У меня магазинов нет. Так, все. И где? Это твой рюкзак? Да, чей же еще? Где мой? Где я свой оставил? А я вот не знаю, где свой оставил. Помню, там был куст какой-то. Оу, щит. Надо мне рюкзак найти мой. Да блять. А, вот он, я нашел. Все, погнали дальше. Подожди. Найди. Как мы уже типов убили. Капец. Можешь скинуть хотя бы один магазин на калаш, или у тебя один? Не один магазин на калаш. Пошли отсюда. Куда мы отсюда уйдем? Это же база. Думаешь, он пролутал ее все? Я не уверен. Че все тут зомбари так легко агрят? Давай на это, на командирское здание. На казарму главную большую. Он же тут был. Думаешь? Ну мы же его где спалили. Ну тут Он вон... отсюда по нам стрелял. Нет, он с тюрьмы стрелял. Я на крыше, а ты где? На втором этаже. Там боевой шлем валялся. Там тебя зомби сагрено? Ну, на нас, да. Подождем утра. Можно. Блин, скотч бы, конечно, надо было у него взять, у него вообще ни одного скотча нет. Да у меня вроде есть. Я бинты у него забрал. Дай скотч. Скотч есть. Но. Я скинул только. Угу. Слышу, кто-то бежит. По-моему, зомбаки. Ладно, сиди, может тут типа прибегут как раз нам добыча. А может и не зомбаки. Дверь на прострел поставлю себе. Кадык тактик.
Маш, ты еще тут? Сейчас мне интересно, конечно, стрим. Такая темень, тем более на стриме вообще ничего не видно. Я не знаю почему. Вообще ничего не видно. Я тебя еле вижу. Хотя я прям стараюсь. Ну столько пуль в этого типа пустили. Видно сразу, что опытный. В него попасть не так легко, как у других. Я в него несколько раз попал с СК. Я не знаю, что он не упал. Не знаю, что он не упал. Стойки, наверное. Дискретку. 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 Ну понятно, понятно. Дискретку. Что такое? Да это Маша какое-то слово кинула, а я его не понимаю. Буква? Это какие? Такой, Миша, можешь буквами писать, Миша? Буква. Ну да. Сейчас куда-нибудь еще дойти и приготовить тебе макарон с курочкой, похавать, потом часик поиграть, еще потом сходить в зал, потом прийти, еще похавать, еще поиграть. Вот, идеально. Идеальный план. Фига ты там брейкдансишь. Вау, смотри, что я умею. Борис, а ты так умеешь, а? Походу, зрители ни хрена сейчас не видят, потому что у меня монитор хоть как-то, типа, настроен, а там вообще пиздец, темень на вашем ютубе, в этом вашем. Бам 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 бам. Оп. И сейчас тип заходит, и я тут такой. Ну видишь, нашли АКСУ уже, не просто так сходили, нормально. Автомат Калашникова. Суворова. Ну не то, чтобы прям сильно больной. Так, уже получше. Дискретная математика. Ну, да как... точки заставили. Да какие зрители? Что на них? Разве я для них свой контент делаю? Конечно. Для меня. Для тебя, Миша, я даже бы сейчас со стула не встал. Для тебя. Короче, прикинь, Маш, такая история. Миша, может, расскажешь про Антона? Нет, ну это стыдно. Это что стыдно? Что стыдно? Кому стыдно? Кому стыдно? Нет. Тебе? Стыдно? Да ладно, да не может быть, чтобы тебе стыдно было. Ты что? Не рассказывай. Я не верю, что тебе стыдно было. О, история вообще. Миша, просто... Такой... Все, пошли. Такой дух собственничества, что просто пиздец. Здравствуйте, я Мишина баба. Не рассказывай, пожалуйста, Маша, а то это будет... Не рассказывай, пожалуйста, Маша. Маша, прикинь, сколько просто стыдно. Я там с Антоном дружу. Да, да, дружит с Антоном, да, да. Этот Антон, как я его ненавижу. А что там, на вышке ничего не было, да? Ну, не помню. Я там не смотрел на вышку, а смотрел на типа. Надо отмычку найти и закрывать за собой двери. Ой-ё. О, разгруз нашел. ИПУ! О, ПУ нашел? Вау. ИПУ нашел. ИСКА еще один тут. О, ну-ка. На бочку. ДСК. У меня есть чистка. Чистку давай.
Чисто гоп... Самый страшный гопарь вселенной. Чистку. Гага. Быстро. Разгруз брать, не брать? Ну, я взял, мне с ним как-то покомфортнее. Короче, возьму просто. Начал общаться с типом. Зовут Антон. Ну как? Типа, мы с ним познакомились, когда я в Москве был. Он с одной компанией, там я, Костя. В общем, он, там, их жены еще. Типа, общие какие-то друзья. В общем, я тоже возьми с ним... колонн. Я начал с ним поигрывать. Вот. Ну, просто, типа, добавил в PSN его. Начал поигрывать. Миша очень сильно, очень сильно. Миша, расскажи, как сильно ты забревновал. Вот расскажи, как. Вот как это было? Ну, сильно, нормально. Да, не очень сильно. Да, не очень сильно. Ох, кто этот Антон? Я его ненавижу. Зачем он появился? Писал ему, этому Антону. И разрушай нашу дружбу, там все такое. Господи, давай Миша. Я тебе патроны дам. Есть у меня патроны. Миша, вот... Кто? Вот вел себя просто ужасно. Пошли там казармы еще я вверху. Я не писал ему, не разрушай нашу дружбу. Ай, я... Извини. Опять желтая кровь, я ее уже пытаюсь неделю, она только появилась, у меня белая, сразу опять желтая. Тихо, 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 я же сказал, я нечаянно. Алкаш Евгений Сергеевич. Да вот вообще не говори, Маш. Такой собственник. О, сетка. Но жопная. Бугарков, что ты меня забыл? О, еще КСУ. И шлем, как у меня. Он лучше, чем твой. Возьми его. Можешь еще раз так покашлять? Куда ты там полез? За меня подполз. Так. Ничего нету, ничего нету. Штурмовой рюкзак с патронами 762-79. На первом этаже не вообще. О! Граната. Думал, тебе кинули гранату, это такой. О! Да, как тип вчера нам. При штурмовой рюкзак. Я лутал. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Что с вами сделали, стяга морозы? Опа, капа-капа мотошлема. Это визор. Ну, телевизор. Вот, значит, такие дела. Ну, это нормально. Что я ревную? Нормально. Да нет, Миша, это ненормально. Даже если бы я был твоей бабой, это ненормально. Блять, закрытый контейнер. Что тут? Патроны там были. 62 на 54. Ладно, не нужны. Так, давай, пошли на другую базу быстрее. Так, мы сейчас в Лимборке. В Лимборке, в Лимборке. Мы сейчас идем на
на запад. Радунин. В Лимборке, блядь. Или мы в Радунине? Ну, идем в Радунин. Идем в Радунин. Так, надо идти на юг, но одновременно немножечко на... Даже больше, на вест. На вест. На запад. Угу. Юго-запад. Запада-юг. Ист. Ист это, да? Или вест? Ист это восток. Тогда нам, вон к этому надо, нам, к ветряку, пошли. North, север. North, south. Пойдем. Ты где? Я тебя не вижу. Я, блядь, ты, ну, где ты потерялся опять? Ты куда побежал, блядь? Я ты вообще в другую сторону вообще бежать, не туда мы бежим, в другую сторону. Вот разворачивайся, беги обратно. Вон он я, видишь? Вижу. Кстати, Борис собирается поменять фамилию на Капа Мотошлема. Это мне уже давно говорил. Как тебе, Маш? Думаю, классная фамилия. Капа Мотошлема Борис Александрович. А можно Лёшу с вот этим звуком? Звук неудавшейся шутки вот этот. Какой? Ну как он там вчера звучал, я не помню. Звук неудавшейся шутки, нет. Так, блин, на по этой дороге, короче, пошли. Наверное. Я, правда, не уверен. Блин, давай либо сюда Барретт. Вообще было бы классно. Чисто ваншот снайперка такая, бам. Мне ССК нормально. Я думал, ты хотел сказать, у меня и с соском все нормально. Соском тоже неплохо. Маш, как дела? Вам не нужен случайно фотограф на свадьбу? Практически за бесплатно работаю. Только покормите. Нет. Ну и покормите тоже. Ну расстреляли и расстреляли. Ну убили, убили. Ну покормите и покормите. Ну, Лебедев и Лебедев. Что дальше? Блин, мемы с Лебедевым, конечно, это топ. Ну, посрал и посрал. Ну, сбили самолет, и сбили, да и хрен с ним. Ну, что дальше? Опа! Что это там? Ну, Борис и Агарков. Ну, Борис и Агарков. Ну, что, ой, еще? Я вижу какие-то химпалатки здоровые. Справа. Че это такое? Посмотри. Желтые такие. Какие-то химпалатки здоровые. Ну, скорее всего, база. Пошли сразу туда. Да я бегать не могу. А Агаркова зову. А Агаркова зову, я зову. Не, Миша даже если не пустит, я все равно пойду. Куда? Да, ну этих подружек. Что-то вообще интерес пропал в последнее время. Ну потому что Миша есть. Не записывай это на свой счет. Ну посрал и посрал. Ну так-то полябак нужен будет. Ну, короче, просто вот. Могу предложить свои услуги. Пока что еще опыта не было. О! Борис, но... стриптизер на свадьбе, знаешь, там, где вот нухи, там, где мужик голый, на свадьбе, но... там все бабы ему писюн сосут. Он там вертит всех.
такой видел видос. Там баба, типа, села ему на член, и он так плясал на ней. Ух, ты бы видел. Там такой барышня вытворяет. Чего? Там справа вот дот. Я тебе скину. Спасибо, можно не кидать, пожалуйста. А я предпочитаю сам находить такие видео. Шымкент. Кеншинт. Что это за база? Лорка. Рудунин. Радунин. Да вряд ли Радунин. Что значит вряд Она ли не так Радунин? близко. Говорю Радунин. Она нет. Радунин, ну и Радунин, и Радунин. Ну Радунин и Радунин. И что дальше? А ничего. Пусто. Бэкап Иран. А, бля, понял, что это запасной фонарик. На вышке смотришь, что? Конечно, смотришь. О, смотри, какие химпалатки, правда. Ну, я тебе о них говорил. О, тут какие-то ходят серьезные дядьки. Смотри, прикольно, какие-то медики. Ой, я такого еще не видел. Ну да, я тоже. Ух о, ты! Тут USG-45, хороший. Хороший USG-45 с полным магазином. На СКГ-5 тут магаз, иди бери. А я выкинул СКГ-5. Медицинский лут. Нифига, СКГ-5, USG-45 я нашел. Какой медицинский лут? О, тетрациклин. Бинт нашел. Вот, а ты говоришь. Адреналин. Ну, а Гарков я, Гарков. Борис и Борис. О, бинт. Опять бинт, опять бинт. Бери, бери, о, бинты. Морфин. Ну, морфин и морфин. Все, собираем, пылесосим. И опять бинт. Сколько бинтов? О, опять адреналин нашел. Опять бинт. Блин, бинты нужная вещь, ты шо? Вау, здесь такая палатка интересная. Понял. Ну, Гаркин, ну, Гаркин. Так, надо бинт сразу на быстрый слот. 5,56. Уголь. О, аптечка. Аптечка. Хорошо. 5,56 на что? Ваня, приди. Пять пятьдесят шесть опять. Так, я бинт на горячую клавишу надо поставить. Вместо компаса. И так. Морфин поставить на горячую клавишу. Лучше морфин не такой полезный, как адреналин. Морфин восстанавливает ХП сразу. Ты что Еще бегаешь? Палатка. Да я там бегал. В той палатке? Военной. Какой еще военный? Ты где? А, вот в этой не был. Не был. Нету ничего. О, тут большая двухэтажная, две двухэтажные казармы. Пойдем. На первый этаж что не пошел.
Стрёмно там. Ой, Мишечка боится. Посмотрите на него. Опять адреналин. У меня уже 5 адреналинов. Это как больница, наверное, идет. Ну, медикаментами запасемся, все хорошо будет. Потом будем перевязываться просто по КД. Коэффициенту полезных действий, да? По КД. Еще бандаж. Бендаж. О, 545 на 39. Пишет, тут лут полезный спавнится. Тетрациклин нашел. Бери. СГ-5К валяется. Ты в тюрьме? Да. Санитарная куртка, опять адреналин. Раз, адреналин, два, три, четыре, пять. Пять. Шесть адреналина. Ну, так много тебе не понадобится, да, оставь один-два. В базе скинем где-то. Я пошел в административное здание тут. Еще одна аптека. Универсальный фонарик. Два, может, крови наберем? На крышу залезем. Все медикаменты. Ну, это... из госпиталя для того, чтобы излечиться от вируса китайского, но... Так, давай группу крови узнаю. Так, на рукаве же. Так. Сейчас должен быть Лёша. Ладно, ладно. Тут мокро, холодно. Да, мы не умрем от холода, поверь. Так, у меня группа А плюсы, у тебя. Давай мы снимем. У меня нету это набора для переливания. У меня есть. А, нет, набор есть, но этого куда переливать нету. А как переливать? Я забыл. Нам надо одну штуку с другой соединить и переливать. Не могу. Какой у тебя грубо крови определи? Понятия не имею. Определи. Я не знаю. Ты аптечку взял? Да. Ну, определи. Чё за нездоровый интерес к моей группе крови, блядь? Ну, чтобы, если что, я мог тебе перелить. Если что? То есть ты хочешь предложить мне свои услуги, да? А плюс? А плюс тоже. Я соберу тогда крови. Как ты собираешь сейчас, расскажи. Как объединить? Стоп, как ты это сделал? Blood Collection Kit берешь и в кровь у себя забираешь. А, точно.
Потом объединяешь это с набором для переливания. И переливаешь? Нет, у тебя готовый есть набор. Четвертый blue bag, вот он. Все, его уже можно в себе влить. Надо поставить на горячий слот. Угу, так. Остальные стак еще возьму. Все, можно сказать, я полностью залутан, но у меня три пушки. Почти полные у всех магазин, кроме АКСУ. Так, давай посмотрим быстро, где мы. Угу. Так. А, три казармы где-то должны еще быть, по-моему, там не были. Сам в Рудинин заходить будем или пошли? Пошли на юг, типа, да и похуй вообще. Да. Все на юг. А там, кстати, а там особо некуда идти больше. Мы считаем, типа, на юге. Там Не-не-не-не-не, есть. Ну там есть, животные есть только. Ну да, будем охотиться. Построим там базу. Все, осядем. Пошли тогда в этот, в надбор. В надбор там можно. Я думал. Пошли в надбор, там залутаем для базы еще всякие хуйню. Смотри, какую я тебе базу, Михаил Сизиков внизу покажу. Возле надбора. Обнови. Какая база Михаил Сизиков? Ты что? Обнови! А, ну и что, это большая база, что ли? Не очень большая Нет. база. Но рядом с ней есть последний город, который очень внизу. Дольник. Дольник. Вот сюда нам надо прийти. Тут куча гаражей, то есть мы тут можем залутать. Тут и больница есть, и куча вся. Тут машины спавнятся. То есть мы там и машину соберем, и базу сделаем. Обнови, посмотри. Это в самом низу карты, в самом низу карты. Нам надо вот дольник идти. Ой. Что, ой? Ты бегай. Ой-ой-ой, зомба. Какой рюкзак у него модный. Че, пойдем на юг? Да. Идем в дольник. Там мы сделаем базу в дольнике. У нас будет жесткая база. Мы прям красивую построим. А мы сейчас где? Забыл. Мы сейчас в Радунине. Пойдем в эту, в Разотку. Пошли в этот, как его, в Дольник. Блять, подожди. Посмотри, я метку поставил. Ты прям знаешь, как дойти, да? Ну, нет. Ну, а чё тогда? Посмотри, где он. У меня что-то зависло. Ты тут? Я тут. Ладно, я выйду. Мне что-то зависло. Тут куча гаражей, то есть мы реально тачку сможем собрать? Там три машины спавнятся. Вот, посмотри, дольник. Очень классный для строительства. Рядом баз нет, поэтому типы сюда редко будут доходить. Плюс это самая дальняя точка в игре. Кому надо, тебе дойдут. Я думаю, там есть база. Потому что это такое прям жирное место. Может и есть. Так, я захожу. Тут куча.
куча гаражей, то есть мы реально тачку сможем собрать, там три машины спалятся. О, вот посмотри, домик, очень классный для строительства. Рядом баз нет, поэтому тебе сюда редко будет доходить. То есть это самая дальняя точка в игре. Ты где? Возле дома. Мы сейчас просто на юг идем. Я думаю, мы сейчас должны прийти. Опа. В Ростоку. Я вижу вышку. Какую вышку? А, ну это базовская вышка. Наверное, там стреляли. Нет, не там, дальше стреляли. Все, сегодня базу строим там в дольнике где-то. Или возле дольника. Там и гаражи, и машину соберем. Надо только в зал здесь сходить. Угу. О, указатель. Я думаю, это Ростока. Где ты этот дольник, да, отметил? Я хуй его знает. Блядь, да он пиздец как обнови далеко. Обнови, в самом низу. Он пиздец как далеко, Миша. Ну да. Там базу и построим. Медведя слышу, по-моему. Смотри, встречаемся с медведем, мы сразу трупы. Я думаю. Нет. Ну нет, нет, ну конечно нет. Ты где, Гжебус? Лутается скоростью света просто. Ну смотри, тут дерево срублено. Да, вижу. Может, тут базу строили? Может, и сейчас строят. Ты где? Да тут. Опа! Это прям рядом было. Это где-то... Вот тут база военная. Прямо. Может, там? Странно, у меня эта вышка не обозначена на карте. Я, блядь, ебанутый из зомбаки, нахуй, стоять, блядь. Давай, так, слева. Тут типы где-то стреляли. Да это далеко они стреляли. Вряд ли тут. Оно громко было слышно. Громко, но далеко. Так, я вышку посмотрю, что там. Ты на вышке уже? Нет. А где? Где тут хлама? Разгруз нашел. Прицел ПУ, надо. Надо, конечно. Давай, бери. Там возле вышки сиденье лежит. Ладно, возьму. Места нет, так.
Опять разгруз. Ты сейчас прикладывал оружие? Да, я. Медведь, что он там делает? В каком контейнере возле вышки? Прям возле вышки, который. Нет тут никого контейнера для вышки. Хорошо. О, иска еще одна. Ну вон, вышка, видишь вышка? Ну, я возле нее, ну. Спасибо. Идем дальше. Ну все, мы Ростоку почти уже пробежали, считай. Нормальных пушек не нашли, правда. Что еще есть? Дома. This is Arma 3? No, this is DayZ Livonia. Oh yes, Arma 3 mod. Vanilla, PS4. С кем ты говоришь? I speak with the guest in my stream. Тут палка валяется. Булка. Тут типы рубили. Недавно, я говорю, дерево. Это база находится. Возможно. Костер вот. Костер. Недавно был. Недавно типы были. Пошли, значит, тут залутано все. Возвращаемся на дорогу, бежим по дороге там и придем вот к тому месту, которое ты сказал. Там где-нибудь. Я предлагаю базу сделать в лесу, не в городе, не застраивать ничего. Хорошо. Так, озерцо тут есть? Нет озерца. Где сердце? Дальше может. И кто там орёт? Какой-то медведь, блядь, орёт. Тут нету озерца. Ну что, за медведя бьют, типа? Тебя бьют. Вот озерцо. Надо бутылку наполнить. Знаете, это 30-й. Давай. Кстати, типы могут бочку прятать. Но у меня забаганное все, я все вижу, ничего тут нету. На, ты зацеплено. Спасибо. Боже, поел жира? Вообще, еда не кончается.
Пошли жирный. Моя тоже еда не кончается, пиздец. Все, теперь только будем убивать этих овец. Коз. Бесконечные источники еды. Дайте хоть одного кабанчика. Так, если медведя увидим, если он нас не увидит, не трогаем его, потому что мне не хочется сражаться с ним. Вообще. У тебя ложное впечатление о том, что он такой сильный. А какой он, блядь, слабый, что ли? Это же медведь. Да. Идите сюда. Миша, у тебя полно еды. Куда ты будешь складывать это? Успокойся. Подожди. Тормозни, возьми. Ну, бросайся. Что-то вижу. Что такое? Дом разрушенный, прикинь. Куда ты убежал, блядь, дом разрушенный? Блин, они нас спалили. Я тебя вижу. Где ты? Справа, сзади тебе можно. Пошли, вот, нас отход пошел. На дорогу возвращайся. Бля, откуда мы пришли, я не помню. Сзади мы пришли. Вверх туда. Эх, Ливония. Приятно-то как. Кто на стриме плюс в чатик поставите быстро? Кто там? Антон? Тут два человека смотрят, а я даже не знаю, кто это. Три часа уже, блядь, стримлю. 14:48 время. Пора уже второй раз хавать мне. Что написано, непонятно. Что там на румынском? Вот, это латина. Латина? Борис со своей ассоциацией. Это да. А что-то мы нагружены. А вроде ничего с собой не брал. Нужно где-то базу делать. А, USG с собой взял, конечно. Просто вот уже гвоздей нет. Ну да, о какой базе ты говоришь? Мы только максимум сныкаем все в бочку. Приходим в тот город, и там просто самые залутанные типы на сервере. Просто СВС, ССК, эти, СВД. И мы такие, ой. Ну это как алмазные, блядь, это прям пиздец край карты. Это дрова. Мы должны были уже выбежать на перекресток. Слева охотничья вышка. О, хорошо. Значит, пошли, почти дошли уже. А вон там вагончик. Вагон.
Спидвагон. Спид? Спидвагон. Сейчас пойдем на ВЗЧЕЗ, блядь. WRZESZCZ, блядь. Как это читать? Вражешь. Вражешь, чека. Дульник, тиранодульник. Looks like a good game. Place for looting. Can you tell me its name? DayZ, man. We're just looking for something that can feed us. But we don't know anything about it. Boris, I just recommend you to be careful because there are zombies. A lot of them. Doesn't matter. Mechanical digger. And... No, you digger. I'm not. Oh, shut the fuck up, boy. No, you. Just faggot. Oh my god. Behind you, Boris. Oh my god, Boris, you're so deadly, dreadful. Deadly guy. Deadful. Already. Let's collect this car. No. I think that we will. No. Another. Repair it. Oh, another car. Guys, do you know Boris's lips? They're so big because he's from town that calls Lipkina. Big like the hair, like the hair on Misha's chest. Something like this. Burkov. Also, you should call him Burkov, not Agarkov. Agarkov is his second name. That's all? Yes. What you can tell me? Burkov? Справа дот. Да? Да. Надеюсь, там волки тоже есть. Я не загрызу тебя. Нет тебя. Вайга, магазин на Вайгу. В натуре? Так че ж ты его не берешь? Для чего? Вдруг найдем, блядь, Вайгу. Алло. Ага. Даже здесь выстрел слышно, хотя вон бы самая жука. Вон он, в джазиш, вот этот, джаз. Are you Russian? Yes, yes, we are Russian. My friend from... I'm from Ukraine, Ukraine, by the way. Hi, boys. From the Kiev, capital of the capital. Yes. Capital of Ukraine. Capital of the Zelensky tower. Head. There is military tower. Lemberg guitar. Oh. Something like this. Мне кажется, тут можно осмотреться. Oh. Опа! Tactical shirt. Shirt? Гужна. Жибна. Опа. Вайга. Ты шо, Миша, если я сейчас найду Вайгу, я тебе ее не дам. Борис sleeps. Yes, sleeps. Oh my god, Борис. Nails. Я нашел гвозди. Я нашел колонку. Ой! Ой! Guys, look at that dude! У меня, короче, зомби не прогруженный, он, блядь, просто такой белый. Борис, стой, смотри, тут... Что? Ой-ой-ой.
Недавно были типы. Ну да, кто-то тут хотел что-то застроить. Шитьё. Ну это край карты, да. Очевидно, что тут кто-то будет. Типов, которые хотят застроить. We are sorry about subtitles, we didn't have them, but in the future we will add them. Boris is trying to improve his streams every day. Improves. Yes, so big. Oh, tomatoes. So but big hair, solid chest. He doesn't know English as well as he known before. But I know how kick you in the body. His face. Oh shit. You're being kicked from the body. By Boris Sagarkov. Короче, на этом пока, наверное, можно закончить. Пойду, сейчас приготовлю пожрать, пожру и вернусь. Чуть позже, в общем, продолжим все это дело. Оставайтесь на связи. Маша, особенно Маша. Я это все делаю только из-за Маши.